Дилей я выкинул. Блядь, а что же я в таком говне сижу? Я не понимаю, что с ним. Короче, давайте так. Я жру, ебашу кофеёк, мы найдем гудочка и кейка. Или мы нашли уже гудочка и кейка? Так кто мы здесь, я здесь. А, вы здесь уже все? Так а что здесь? Да, мы в DZ играли. Начнем, парни, как думаете? Люканов, Овк. Люканов? Мафия. Смотрите, давайте сразу так, парни. Короче, если будем катать Left 4 Dead, я предлагаю, как гудочек с кейком берили, типа, сделать потную катку, очень лютую. Не, я только за, это на самом деле интересная шляпа. А как это сделать, оно? Что именно? Составы, я так понимаю. Ну, в смысле, сейчас, допустим, смотри, ну, мы более-менее все вроде играем нормально. Типа, или, ну, то. Эхоса, короче. Те, кто не доиграл, вы должны играть на 200%, и все. А, то есть вот как будем потно играть, я понял. Да. С установкой пынь. Субскрипшнс. Не, ну у него... О, слышите? Давай, Дрюс, давай. Нихрена себе, как Вайда апнули неплохо. Короче, во-первых, он под хроносферой бегает с 1000 МС сейчас. Во-вторых, кулдаун понизили на третьем левеле 80, без аганима даже. Это на самом деле весомо довольно. И этот самый блинка монокос понизили. А он еще с фейзами бегает в этом кроссфере. Да. Ебать. Короче, кинул хроносферу, побегал, убежал. Мана меньше потратил, кулдаун раньше откатился. Ну, по факту так и выходит, ну, типа, ну, да. раньше ему, по-моему, никто не мешал там бить в этой сфере, блядь, и замедление там тоже, там, ставишь и бьешь, убил или не убил. Не, вот у Леона ОЕ мне очень нравится, блядь, Фингер. Здорово, блин. Здорово. Короче, наконец-то сделали этих фаржи ебанутых, не таких не ебанутыми, у них теперь атака рейндж максимальный 690, а не 900. А, да, хорошо, это вообще нормально. Пофиксили, это тоже хорошо, да, нереально были имбовые. А да. По чё по статам у них там, ХП фаржам не... Ему армор... армуха, да. И вначале армора ноль, братан, чтоб ты понимал, их ябать просто одно удовольствие. Ещё очень ДМП хорошо, теперь 550 маны бёрнет. А ауры кирасы на них работают? Инвит вообще парши теперь даёт скорости, блять. Сколько ДМП бёрнет? 550 на последнем левеле. 550, да. Блять, гайс, что со мной? Ты в говне. Ты нормально, Лёх. Угу. Почему-то да. Магнус Леон, все, дота мувики. Угу. Кстати, да. А я пока трехминутку пущу, ребят, пока ничего не происходит. От World Destroyer понизили рейндж Астрала на 50. Почему не понизили на, не знаю, 300, к примеру? Чтобы он подходил прям впритык. Ни хрена себе, монолик станет неплохо, теперь у котла на 3 секунды. Старку уменьшили колдаун ульты. Да, почему бы и нет? Недостаточно имбовый просто герой. Да, слишком мало возможностей у героя. Его и так редко пикают. Ребят, теперь на 80 рендж у снайпера больше. Бум. Блин, я последних снайперов, которые видел, они вырезают так нормально. Не, снайперы, что за меня играют, это плохие снайперы. Лишь раку молнии хорошо лапнули, пожалуй. 4 вот секунды кулдаун. Я не помню, когда у меня снайпер за мою команду играл все время против, и он нормально нарезал, блядь. Андрюха, а как тебе соул рип у Undyne'а 6 секунд кулдаун? Не, я пока теперь не смотрел еще. 10-10. Ладно, нормально. Лину неплохо так капнули. Ну мы во что сначала играем? В Left 4 Dead? Не, я думаю, в Warcraft сначала размутим, разберемся. У нас 8, поэтому почему не сыграть волков, правильно? Да, пока не набежало больше людей. Так, я пока отойду, там Лёха хавает на минуту 2-3. Лёха говно хавает, что-то. Лёха, приятного бить. Приятного бить, Лёха. Спасибо, парни. Ох, да, все, пошел я в душик, короче, давайте придумывайте, что делаем. Ребятки, может кто-то дать ссылочку на почноут? Ликантроп! Короче, да, я сейчас дам. Спасибо. Короче. Ну, короче, теперь, во-первых, у волков фейтайм в два раза меньше стал. Был 3, стал 1,7. Почти два раза.
Во-вторых, волки с третьего левела получают инвиз, и в-третьих, на четвертом левеле у волков хп реген 15 в секунду, блять. То есть, как бы Рошана этот парень вообще будет не стесняться забирать. Террор Блейд. Ну и Террор Блейд, да, здравствуйте. Магнус интеллект подняли. Мана щилд медузе немного. Так, я правильно понял, что у камня сейчас типа нету сала, есть стан? Или он еще и станет на... Он станет перед... Ага. Он наоборот станет и салит, короче. Ах, этому заебись. Геомансеру сделали этот ульту теперь на третьем левеле. Третий, десятый, семнадцатый. Давайте, может, на первом сразу он качает, и их двое. Так еще норм уже. О, кстати, пассивка прикольная на девайс стенд. Типа, сокращает время респауна твоего. О, у медузы щит вообще хорошо. Кстати, гайз, тут Марфу опять это вернули тему, что в вейформе он может атаковать теперь. Не должно много чего изменить, на самом деле. Ну, на самом деле, этот фикс его и убил, по сути. Когда он из вейформа кидал в тебя Этериал и Ешечку, это пиздец был. У Некролита теперь этот пульс работает в тумане войны. А, ну это нормально. Это тоже хорошо будет жечь. Так. Чего, блять? А. Короче, слышите, охренительный огру сделали то, что теперь этот Fire Blast с Аганима, он стоит 60% маны. У огров, как правило, реально очень мало маны, не всегда хватает. Так тут получается, что он в итоге может, даже если у него вообще нету маны, там у него, блин, две маны, он может кастануть его в любом случае. Да, но если у него 1000 маны, и он стоит 600. Если у него 1000 маны, ему не стоит его кастовать просто, это да, очевидно. Да, это проблемно. Плюс там кулдаун вроде не очень большой, он может... Не, спаутить. Нормально, бежишь ты такой с 5 маны, и на, за 2 маны, за 3 маны, короче, хуяришь, блядь. А у Квабы да. Sonic Wave теперь на всех левелах 40 секунд. А, 40 блядь. Секунд кулдаун. Ну, норм. Не, на самом деле, Аганим ей редко собирают в последнее время. Веточка на 3 дешевле. Да вот хуй знает, там сейчас такая Квапа отпиздила, поэтому... Наконец-то веточка подешевела. Веточка? Все, веточка на 3 дешевле, это будет главный фикс просто. Все, это... Вольво, сделайте с этим что-то, блядь. Теперь я могу покупать 5 веточек вместо 4. Ее слишком редко начали покупать, и теперь она балансная. Bounce damage. О, кстати, Radius Sunstorm повысили. Сейчас пират, наверное, сидит и радуется. 525 сейчас сделали, в два раза больше, чем на первом левеле. А у Трента, а у Ешку побольше стало. У Вирцута стрял, блядь. На Reddit норм. У Трента пиздец вообще. Повысили рейндж на АУЕ и на Nature's Guys. Каст рейндж с 300 до 600. Мне думаю, кажется, что Эрспириты как бы сделали еще сильнее, не? Не, он в говне. Ну, комбы нету, которую он притянуть может куда-нибудь. Теперь он тебя теперь не может на третьем левеле притянуть, притянуть, подъехать, тебя выкинуть. Ну, он равно, тем спилом, что тебя выкидывал, он теперь станет. Да, и тот спил, который на 5000 ренжи улетал и салентил всех, теперь не салентит всех. Что пиздец, конечно. Ага. Станет, это на самом деле еще жестче, но типа хотя бы он на третьем левеле не такой ебанутый. Радиансу дэмэдж на 5 апнули. Еще на 5? О, это охуенно. Да. Так, я пропустил. Рефрешер рецепт стоит теперь на 75 голды меньше. О, Аквилла теперь агилити бонус на 3 больше дает. Сколько рефрешер стоит меньше? А, на 75 голды. Оно все меняет, да? Сларк что-то вообще не трогали, я вам так скажу. Сларка потрогали в положительную сторону. Не, ему спаунса дэмэдж меньше сделали. О, теперь на Сентрюху можно ТП-шку сделать. Блин, кстати, на Сентрюху? Что? Ну, вроде на ТП-ху или чарч, что-то, я что-то ничего не понял. Анелис, тут трансфер, фан. Передавать можно. А, да-да-да. Не то. Fade Delay. Пинкер, Аганим, Скептер. Shield Arctic Blast. А мне нравится вот это вот первый апдейт, и Террор Блейд сразу фиксят, блять. У Пинкера Аганим. А что он им дает? Удваивает рейндж лазера. И ракет.
А, и количество ракет. 4 ракеты будет. Охуеть! А почему машинки не удваиваются? Вообще! Это такая мразь теперь! Прикинь, лазер на 800 рейнджи или на сколько там будет? 4 ракеты на отпуши, блядь. Там на 1200 на 1500. На 1200 рейнджи машинки, 4 ракеты вылетают и лазеры с рейнджи 1400. Ну что, твою ребят, мать. Ребят, ну, а, подождите, а когда этот патч будет? А, через 2 дня, по идее. Бля, я хочу за Тинкера такого играть. Террор Блейда пофиксили, ребят. Отлично, и давно пора, блядь. А его, кстати, уже дохуя раз пофиксили. Сандер Калдаун Reduced from 160-110 60-120-80-40. Это ульта, да, походу? Да. А смотрите, у него иконка. Замечательно. По БКБ можно свапать теперь. Замечательно. Транквилы теперь 90 дают. Мувспида. Ну, это нормально. Они все равно ломаются, наверное, как хуйня. Конечно. Кстати, Тайдхантер неплохо апнули, я вам так скажу. Очень неплохо. Теперь Кракен Шелд такая имба. 100% 40 дэмэджа блока, и каждые 450 хп он сбрасывает себя все. Не, ну, не, на самом деле давно Тайдух не видно. Ну, а вроде в свое время был очень даже пиздатым. Он и сейчас будет очень даже пиздатым. Тот же суппорт, сейчас учитывая доту, если игра идет, то он получает по фасту левел, апает себе этот Кракен Шелл и пиздец просто. Ребят, Тинкер 4 ракет. А ты все отойти не можешь, да? Бля, я обожаю Тинкера. Адмирейшн в доту возвращается. Изи ультракил вообще, по-моему, нет? Сидишь, кастуешь, блядь. И лазер на 1200. Теперь пермай там будут собирать не тревела, а аганим, по-моему, на нем. Конечно. Не, ну в смысле нет, тревела, это понятно, что первым, но, блин, потом. Уже не догон, а аганим. Тревела, аганим или знаешь, блядь, с четырьмя ракетками. Отпушиваешь лайн машинками ракетки. Такой залп. Насильно. Нихуя себе фокус фаер ПП. У этого виндрейнджер теперь мало стоит маны. А его все равно качать не буду, мне кажется. Да не, норм спел. No longer. Я имею в виду в первую очередь. В смысле, нету каст анимации. У винги теперь вейв. Минус 3 армора на первом левеле сразу, блять, охуеть. Пиздец. Так, а чё мутится-то я пропустил? Чё сейчас, чё делаем? Мапы. Мапы, кастом. Мы ждём Люка. Да, мы будем в Люканов плей. Надо, да, короче, там дизи качать. Короче, я пока создам. Да, надо заходить. Люканов. Зайду, да, к ним. Чё, Люканы, ах. Люканы это топыч. Андрей, ты играл в Люканов? Нет, ну сейчас поиграю. Это вообще... Да, это вообще топ. Люканы это лучшая карта вообще. Да, это просто the best. Это там, типа, надо узнать Туликан. Да, да, там, да, мы играли. Знаешь, Туликан, как бы, строишься. Да там строится прикольно, блять, там, очень. Да, да, там, короче, на развитии игра, но в то же время один из развивающихся Ликан, он еще и может хуярить ночью там овец. Просто бест, блин. Овец, а потом тебя. А да, я пока трехнутку чёрную кину, ребят. Я там стану. Папа детей рожает, цветы собирает, свиньи там, куры пасут. Причём дети могут быть не от тебя даже. Да, дети могут быть не от тебя. А, слушайте, мне кажется, я играл, Там ещё с Арстайлом там в давние времена хуярились просто. Она охуительная. Да, она прикольная. Андрей, ты залетел, да? Да, я заехал. Трансильвания называется. Фишек, на самом деле, мы не... Да-да-да, у нас Ликан надо плотный, чтоб попался. Я хочу быть Люкан. После еще единственное, зомби непонятно, с кем им союз надо заключать. Зомби вообще сами по себе. Наверное, с Люканом, потому что, ну, типа, люди поселились. Ликан, смотри, Ликан через атаку зомби пиздит, а зомби через атаку людей не пиздит, поэтому тут вопрос еще, кто с кем должен заключать. Так зомби качаться нужно, зомби же не просто как бы это... Ну, качаться понятно, не, а убивать... Понимаешь, нет, а Люканом вообще сложно нафармить, там все очень сильно не, зависит. Просто зомби... Если у тебя... Если человека, то он просто днем идет, ищет и убивает, блядь, все вообще... У Люкана все зависит от первой ночи. Да, если все зависит от того, если там пропёрся, да. Тут все зависит от того, что пропрёшься или нет. Если ты пропёрся, типа, на вот этих зверушек, чтобы апнуться по-быстрому левел вкачать, то что на первом уровне все равно пока, ну, смысла нет, как бы, бегать и искать что-то. Тебе надо побольше зверей наубивать, потом вот эти души зверей, которые во вторую ночь появляются, отправлять, блядь, по всей карте и чекать, кто и что. Но если ты на зверей пропёрся, у тебя открывается, улетает, и можешь сразу прочекать, где кто как строится. И тогда во вторую ночь там всем пизда. Ну, сильно зависит. Кстати, слышите, гайс? Ну не всем, но человека 3 там окажется точно в говне. Вам так скажу, то что охренительно апнули Блинк, он теперь без монокоста. Да, у кого? Я тоже хотел сказать, но не забыл. Блин, Даггер. А, вот Даггер? О, заебись. Это тоже Тинкер апнули, заебись ему вообще. Нет, у него с манной проблемы было, блин. Слишком много ему сделали всего, блядь.
Бля, Тинкер в бест-герой теперь становится. Ну, чё-то слишком, блядь. Банкой намазать можно, прикольно. А, теперь можно банку на кого-то завязать? Угу. Ну, вот это вообще охуенно. Стоишь ты на меде такой, хуяришься, там все чуваку против тебя совсем плохо, взял его банкой намазал. А, в смысле, на рейнджет имеешь в виду? Не, ну там не рейнджет, там, я так подозреваю, что в мили. Они стакаются, интересно. Я не понял, что про Куру там пишут, что ты со 175 до 150, что? Йоу! Баунти снизили на команду. Гайз. Ага. Ну что вы придумали, что будем делать? Лёх! Леканы! Монокост 0 даггера теперь. Что монокост? Монокост у даггера 0. И у Тинкера аганим. И у Тинкера 4 ракеты. С аганимом. Прикольно. И лазер на 1200 РНЖ. Прикольно. Не, Тинкер всегда. Тинкер на самом деле всегда был силен. Видимо, они считали, что он недостаточно. Короче, заходите пока там, я не знаю. Да, кто не заходит. Пацаны, Некров просто убили, я вам так скажу. Короче, армор 6-8-10 был, стал 4, кулдаун был 8, стали 95, и баунти был 100-125-150, сейчас 150-200. Это после вашей игры против Virtus.pro они посмотрели? Да, решили, не, блядь. В смысле убили? Ничего не убили. Короче, я пойду пока покурю. Заметно хуже, но это же все равно не крал. Чарж варда можно передать, это хорошая штука. А что про ботла я прослушал? В смысле, а как ботла мазать можно теперь тиммейтов. Так, а тебе, получается, нужно будет на себя два раза кликнуть, чтобы заюзать ботл? Нет, там какой-то Ctrl-K надо удерживать. А. Что? Fade like and... А. Что-то умрет на союзниках можно взять. А что, нормально? Бля, самое главное это Террор Блейд. Я так люблю Террор Блейд. Это просто, блядь, Signature Hero. Он такой охуенный. Будет проблемно пикать его первые несколько дней. Он просто, блядь, топовый. Так, я тут, парни. Ну, да. Лапнули вообще пиздец. Раньше он вообще же ебанул. А там кто? Ушел Жора, так что пока не ломись. Да. Все равно слотов нет. Че вы решили стуканов начать? Не хотите там зомби, не зомби? Не-не-не. Стуканы топыч. Не вообще. Тут уже все типа зашли в лобби, так что... Ой, смотрите сами. Заходите, слот один есть, ребят. О, смотри, какие адекватные попались, оба вышли. Хотите два слота? Да только врываюсь в Warcraft. Бля, парни, меня реально плохо слышно, да? Нормально слышно. Нормально. Почему у меня в ОБС плохо слышно? Ну, хуй знает. О, усиление? Ну, усиление просто в ОБС. У меня 6 стоит, прикинь. Сделай 10. 10? Ебать, ну ладно, 10. Дрю, смотрел сегодня видос ваш с Мэдисоном. Вообще нормально в кафехе посидели. Так чисто, по-братски. Вообще нормально, Дрю. Так, а как игра там называется? Биба Люкана. Пожори, коннектим. Все, все второе. Еще для Леши остался слот. А Витя не играл ни разу, что ли? Нет. Это типа мафия, но еще и Ликан. Ошибка приобрела. Ой, ну если знать, представлю. Там слота нету, Витя, ой, этот Жора АФК вышел. Я тогда пошел за кофе. Он вышел, там вышел парнишка, вышел парнишка. Покупаем кокаин. Скиньте мне эту мапу, она мне не докачается, походу. Хохол Салоед, блять. Вон хохол Салоед, нормально качает. Это правильный Юра Смоленск? Попросите Жору захалдить, я отойду. Нельзя захалдить, Жим. Дайте мне карту. Докачается, пока Соло не придет. А, все, я зашел. Я зашел и отошел. Ну ждем, а слотов больше нету? Нету. Понял. А что, ты позвать кого-то хотел? А просто тут спросил, есть слот или нету. Кто? Сута. Сута? Сута. Брюс, выключаешь микрофон раньше времени. Или наоборот. Интригу создаю. Да нет, там просто гудок все прервал каким-то, блять, непонятным. Чё? А, это я. Булочку я. Нихуя себе ты булочку ешь! Вместе с упаковкой, что ли? Вместе со столом, по-моему, положил и грызет. Сначала самое вкусное, блядь. Он просто услышал про Тинкера и такой, блядь, надо булочку тогда затащить из этого. А кто-нибудь живет близко к Челябинску? Здесь. Я в Перми живу. Тут пиздец, минус 40, короче, будет. Неделю назад, может быть, будет. У меня неделю минус 40, морозы, блядь, и ничего не работает. А у нас неделю назад...
Неделю назад можно было в футболке по улице ходить, короче, была плюсовая температура, а сейчас, короче, минус 40. Ну, у меня неделю назад все был асфальт, блядь. По-моему, в Челябинске людям похуй, они минус 40 пойдут в футболке. Не, ну как бы насрать, и ну да, мы пойдем, нет, просто сам факт, наверное, как меняется. У нас, считай, до января было типа плюс 5, а потом бац, минус 40, типа нет, не кайф. Да. Ребят, а это, живет-то в Волгограде, может быть? Там отопление наебнулось у всех, сейчас морозы будут, ух, эх. Мне кажется, в Челябинске все равно холоднее будет. Ну, кто его знает, ну вот отопление. Главное, чтобы у вас отопление было хорошее, действительно, потому что у меня уже при минус 10 холодно дома. А в Париже сейчас плюс 20, наверное. Позвольте. Знаешь, где всегда тепло? Дейзи. Дейзи надо играть вообще. Virtus Pro проебали и написали вот что. Возможно, во многом этому помог стендин релакс хвост, который заметно выделялся в команде на фоне своих временных тиммейтов. Это где написано? На сайте Virtus Pro по поводу Kids Carnage, по поводу своего поражения. Бля, сейчас ссылку дам. Не, ну там любят на сайте говна въебать, короче. Гриндер написал, да? Гриндер, а не Траммер. Походу, они все организации любят это сделать. Короче, я скинул ссылку на эту новость вам в скайпе. Там в чате кинули. Боженька ж ты мой. Релакс плюс хвост, победа над Virtus Pro, ну, блядь. Не, на самом деле, ну, то есть тот факт, что, типа, хвост сильный, это да, но, блядь, если все равно команда проигрывает миксу, это такой себе. Значит, они еще пока не могут. То есть нет бы сказать там дредсами, великолепными задумками, а также отлично исполняет его тиммейтов и там бездарный суппорт соло, сделали все как надо, ну и хвост, конечно же, немного. Ну ладно, хвост и морали поднял. Слышь, ты че жирный в себя поверил, блядь? А че, Витя, вышел? О, меня начкикнула. Начкикнула. На 90% кикнул. Я, конечно, недоволен своей игрой. Дайте мне карту, я просил, парни, уже, блядь, пятый раз. Ну ты бы завалил уже, свое вообще. Ебало жирное чмо. Да ладно, Лех, хорошо сыграл, я прикалываюсь. Меня кикнули из конфы, ребят. А Жора меня добавил. Спасибо, Жорж, большое тебе. Предлагаю власть поменять. Меня это тоже кикали. Власть поменять. Че, Майдан? Хуйдан. За евроинтеграцию? Что-то че трофил вообще, жаран. А как она называется, блядь? Сейчас мы в легканах Майдан устроим тому, кто там будет. Плохо себя вести. Так, 1.24c, правильно? Да, 1.24c. Сейчас найдем. Да я могу напрямую просто, в принципе, кинуть, похуй вообще. Ну, вот лучше, да, потому что пока я найду, блядь. Да, все, забей. Хотя ты пока кинешь, он уже докачает так, наверное. Да не, на 9 же выкидывает человека. Не, на 5. Да, сейчас, да где это, ебаный лик? Да, это Жора кикает. Да Жора реально троллит. Фанится, блядь. Палил так. И торренты включает, поди. Маньяк, слабое звено, блядь. Где эта хуйня, блядь, столько карт вообще ебаный. Все, я нашел. Я уже скинул. 12 получателей, похуй. 2 мегабайт? Отменить. Да, карта большая. Нет, а мы какую. И вот лотер весил 8 мегабайт. Ну, ладно. Лотер вообще весил, дохуя. Ну, в лотере элементов много слишком добавлено, то есть крипчиков. Все, нихуя себе там элементов, блядь, игра на 20 минут. Скачал, не? Везу крипчиков. Тикань. Все? Че, по одному все строимся или, бля, копирейт? Готовы нахуй? Ну как пойдет? Ну как пойдет, по... не бейте меня, блядь, в первый день. А кто день. Не играл? Кто не играл? Я не играл ни разу. Андрей не играл. Я здесь, я что-то играл, по-моему, такое. Короче, играл. Алексей отошел. Я. Пометочка, кто лиханов попадет. Блядь, кто там ножи падают, заебали? Да у меня ножик упал. Блядь, ты всегда с ножом, сука. Просто. Я пока... просто заранее, ребят, пацан, который каял королевский, он играет под наркотиками, Андрей, не обращай внимания.
сука. Я тебе говорю, там рандомные цифры там типа начнёт выкрикивать. Может, он с ножа нюхает кокаин? На Фениксе, блядь, китай. Такая, знаешь, гора кокаина, блядь, такой ножчик так чик. Да-да-да, так складывай. Если мы пойдем играть в Варлоков, он будет кататься на Фениксе, никого не бить, он будет выигрывать. Он никого не бьет, он выигрывает просто. За зами все умирают. Заб-заб, блядь. Хлоп. Лодка! А что делать здесь? Привет. Куда ты хуяришь, строить базу? Ищешь выгодное место, где построиться, и строишься, соответственно. В принципе, задача такая. О, кто ты? Жора! Я хочу кому-то пойти. Это опасно, если он ликаном будет, он тебе первый. Ночью кто-то один становится рандомным ликаном, типа. Ага, а зомби кто становится? Зомби, тот, кого убил ликан. Да. Не обязательно ликан, можно королевствами воевать, и ты тоже зомби станешь. Андрюха. Чё, брат? Ты забыл, что ты в эту игру играл? Не, я помню, я забыл уже все там. Вы играли в ДТС, в эту игру ты мне рассказывал. Да-да-да, я помню, помню. Я говорю, забыл все уже напрочь, братиш. Опа! Давай, давай. Добро пожаловать. Макс, только я тебе доверяю, блядь. Мы ночью увидим, кто мы. Нет. Ты превратишься, да, пока еще никто не знает. Приветствую вас, ваше высочество. Ночью кому-то. Что здесь, брат, делать, Макс? Что мне добывать? Добавь дерево, блядь? Если я ликан, я ливаю. Строишься... Ну да, дерево добывай, рабочих делай, рабочих делай. Строишь батраков, типа, они ломают дерево, их 6 штук максимум можно, и развиваешься потихонечку. Главное вырезать. Когда баба появится, она начнет детей рожать. Здесь детей тоже можно отправить на работу, там, на ремонт. Ребята, а баба просто так появляется? Не, на третьем. Когда апаешь ферму на третьем уровне. То есть главное... Так мы рано про бабу, тогда баба еще, блин, полчаса играть. Ну не суть, баба это важный такой. А где голду брать? Пункт. Голду ты меняешь. Или на этих, на животных. Да, есть трейд, трейд меню, там меняешь как бы либо на дерево, либо наоборот. Добро пожаловать в нашу деревню. Я хочу бабу, ребят, где ее взять? Либо охотишься и шкуры продаешь. Я хотел там. Странно, если бы ты не хотел бабу, Андрей. А, лол, тут можно свапать defensive structures, village. Да-да-да-да. В defensive structures надо, типа, надо строишь ворота, башни, стены, чтоб тебе люкан не зашел, допустим. А по эти ферму другого уровня появляется собака. С собакой охотитесь. Что нового? Собака вообще мучает. Добро пожаловать в нашу деревню. Да, собака, можно кого-нибудь уебать, кстати. Ты забочек, да, максимум сделать можно? Чего? Нет, тут можно сделать максимум этот стену каменную. 6 рабочих. Рабочих 6 штук, да-да-да, я ж говорил. Добро пожаловать в нашу. Гайс, я левелапнулся. Идите вы нахуй. Грац, брат. Спасибо. Кстати, а у кого как рабочий тут? У меня Влад. У меня Нимо Взеракс. У меня, ребят, Александр Медиокр. Александр, ну это больше к ликанам, кстати, подходит. Хоба. Влад ликан как-то не очень, а вот Александр. Колосвар. А у меня Затарм... Можен. Затмар не менти, блядь, ёбаный стиль. Что вы думаете, я не знаю, как играть, что ли, в эту штуку. Сейчас я... Что нового? Так, ребят, момент истины. Кто этот пидорас? Добро пожаловать в нашу деревню. А, и все молчат, типа, да? Хорошо. Нет, сейчас еще не наступил. У меня тёлка какая-то тусуется под базой, блядь. Я не знаю, на что ты продает хоть. Бля, я ни разу не буду. Максон, а что ты дальше смотри? Я хочу быть люканом. Потому что если я буду... Я не люкан. Ребят, что? Как узнать, кто люкан? Ну... Кто стал люканом, тот люкан. Почему у тебя голос дрожит? Потому что я люкан, Лёх. А что он может делать, скажите? Люкан или люкан? Ночью он превращается в волка, он охотится на зверей, у него есть армия зверей, он развивается, получает левел и убивает всю карту в итоге. Ну, если сможет. А пиздануть его можно там, какие-то вышечки или что-то такое? Андрюха, мы его и будем пиздить. А ты для себя? Или как? Ну я просто, ребят, я не в курсе, что строить. Вы мне скажите, слышите, есть смысл вообще там, я знаю, войска делать какие-то или... Да, есть? Да, обязательно. Да, 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 да. Сейчас развиваться надо. Если ты не люкан, то имеет смысл. Если ты люкан, у тебя свои войска будут. Понял. Да не люкан, люкан тоже войска должен строить. А ты люканом дрюк или нет? Люканом очень люкан. Сложно. Блять, как ты думаешь? Ой, блять, я забыл, надо чтобы... Не знаю. Что-то мне кажется... Так, деревья... Было. Не деревья эти... Семена я вроде помню, как там что строить, они растут, типа, их продавать, да? Угу. Хорошо. Так, парни, шатёр апать надо сейчас сразу, да, наверное? Ну. Не-не, лучше в голду сначала. Так, в голду. Ребят, у меня люкан, лол, блядь. Как это?
Проследить как? Можно? А, ну блядь, сейчас полночи. 150 будет. Вон, видишь? Хакер, ну мигни, он тебя уже все равно знает. О, ну где-то он-то, короче, верхней половины карты. Ёпты. Бля, я от него съебаю. По съебам, по съебам! Уходи отсюда, блядь. Вот это ты не был нахуй. Да-да, фигню строй. Да-да-да, строй такую же. По-моему, Жоролик. А, нет, Жору. Блять, он опять тут. Гайс! Ну он первую ночь проебывает, это не опыт великан. А где кузница? Зачем тебе кузница? Кузница с грейдом будет, когда ты ферму грейдишь. Главное здание. Вархат, это... Или где там? Да кузницы пока вообще не пасит, тебе там надо грейдить. Всё, вижу, я не мог. Блять, да ты опять тут, великан! И что делать с этого здания вархауса? Этот. А, семена! Там семена животные. Лучше свиней растить, вот эти вот. Я тоже свиней расту, мне они больше нравятся. А я овец. Бля, он моё овцу съел! А свинья это свайн? Да? Свайн это, блядь, это? Ага, там дорогие свайн. Такие, за 200 с чем-то. Бэби свайн вот это. Слышите, а эти костры есть смысл строить вообще? А ты его просто покупаешь, а он потом, типа, вот у него мана, вот когда у него полностью мана заполнится, там, до 425, ты тогда их убиваешь, там, кул. Типа, Буш. Зарежешь, и тебе галдишечек падает, вот, 425. Нету, смысла. Нет, я понял, хорошо. Сейчас главное развить экономику, как на разве, короче. Потом начать армию клепать. Можно ночью его отхуярить, можно днем найти, если найдем кто, но днем. Парни, его если вы видите меня, пожалуйста, и ты Люкан, не бей меня, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Короче, Люкан, я так понял, либо королевский, либо соло. В смысле? Нихуя себе, блядь, соло шизель, вообще, блядь, молчи, Зора, я слышишь? Нихуя. Ебаные олени, ну-ка пошли нахуй. Ну, мы смотри, мы с Жорой рядом. А атаковали вот здесь, мы с Жорой вообще, ну не там. А я знаешь где? Знаешь где? Нет, я не вот знаю. Тут вообще, блядь, строюсь. Ну, так ты и написал, где ты строишься. А я вот здесь. В смысле, ты не доверяешь мне? Конечно. Типичная неприязнь какая-то ко мне? Добро или за мной было замечено мошенничество какое-то? Да вроде нет, ну как бы это вы. А? Угу. Так, ребят, я что-то не понял, ну-ка не надо вот это. Короче, мы куда-то уходят, слышишь, они что-то это тут. На холд поставь их. И можно забором закрыть, загоном сделать, прям из маленьких заборов. Открывать, короче, и там держать. Добро пожаловать в наш. У меня волк, убийца, оленей. Да столько оленей уже. Бля, интересно, Люкан забрал того хряка за 1000, блядь. Волк или собака? А не забрал. Хряка за 1000. Хряки за 1000. Ну там типа есть этот, короче... О, да, это оно. Прайс вор, который... Уебать его можно или нет? Да, возьми рабочих, уеби его, тогда твоя 1000. К оружию там нажми, на ферме. В смысле 1000? За что 1000, Гайс? За свинью большую, которая бегает. Подождите, а вы где-то там, что ли? Рядом со мной, что ли, получается? Во! А где ты? Я его пиздил! Ты еще голдит, гризн. Да не, это не призовая. Призовая рядом со мной стоит, она, блядь, норм себя чувствует. Мы дали ауру хосты какую-то. Ветеран, типа. Ну это за то, что ты кого-то отпиздил. Так, а собака-то появилась? Слушайте, а вы мне скажите, что выгоднее? Хряков делать или эти растения сажать? Хряков лучше. Самый дорогой. Хряков лучше, но хряки слишком долго, типа. И то надо делать. Я понял, буду все делать, значит. У меня свиноферма обычно огромная, я там пиздец свиней. Да. Выращиваю. Слушай, Факер, а у тебя собака-то появилась, ты отследил? Я не появилась ничего, потому что я убегал от этого, от Люкана полночи, блядь. Ты пиздец далеко, я не могу к тебе бежать с собакой. Надо кто-то, кто, чтоб к нему. Ебать, пёсик, не бей медведя, блядь. Что нового? У меня еще хуйня, я проседаю по экономике, потому что у меня один лесоруб застрял между деревьями и не может выйти вообще никак. Казни его, пристрели. А как его казнить? Его нельзя казнить. Что ружья. Блядь. Хедшот. Я вот думаю построить себе этот таур, но на таур нужно, блядь, много еще. Вообще собака, конечно, MVP просто. Турнира? Вообще. Ладно, поставлю себе таур. По жизни бегает. Так, слышите, собака, что за собака, как ее где взять вообще? Она по ферму второго уровня автоматически появляется. Дипа. О, медведь. Уса медведя, блядь. Здесь она медведя сейчас. Она вывозит медведя? Блядь, так, медали свинью, я ее убиваю. Не сразу. Нет, не сразу. Смотри, видите. Нужно ждать, там у нее мана есть, типа, ее ждешь. Нет, я с вами. Парни, свиньи, 425 маны уже, все, хорошо. Все, кали ее. Кем, блядь? Четвертая кнопка, сверху. А, все, вижу. О, блядь, бабася крутится, блядь.
Лаваха мутится? Да. Что нового? Что нового? Приветствую вас, ваше высочество. Отлично, у тебя хорошо получается. Спасибо, Гайз, спасибо. Я слишком много влаживаю с людей, по-моему. Не, нормально, главное, чтобы тебя на чуликан не отхуярил за это. Не, не отхуяли, по-моему, блядь, хуярцы стали. Люкан, я знаешь где? Люкан. Где? А, Жора Люкан, я его вычислил. Жора не может быть, он рядом со мной. Далеко. Я спросил его, где Люкан, а он ответил. Так, ребята, свинья. Свинья, что ждать, пока мана это возрастет у нее? Количество маны это количество голды. Вот сколько тебе устроит, столько и нажимай. Ух ты, нихуя себе, но я хочу, чтобы моя свинья росла в таком случае. О-о-о, Ликан, видишь? А, это овца родилась, скорее всего. Какая овца? Ну, вот у факера убили овцу, она на следующую ночь возрождается как это. Да, как какой-то юнит. Да, как юнит ночной. Я понял все. На наших союзников напали. Я вообще в экономику ушел охуенно. Что съебашь? О, у меня Люкан тут, блядь. Где? В этом. Наверху карты. Так ты ж Люкан, погоди. А ты не мигаешь, погоди, ты Ликан, может быть? Нет, у меня только что тут два волка прилежало на базу, мне чуть батарка не отпиздили. Ага. Так просто отмазался. Блять, меня собака! Ой, сука, верните мне моего пса, пожалуйста. Так, ребят, баба появилась. Мой пес, короче, почти отхуярил медведя. У медведя лох ХП остались. Да, это обида ебаная. С ним можно мента брать, крепиться типа с ментом. О, собаку можно в дом садить. Она может в доме сидеть. О, собакой можно айтемы покупать еще, нормально. Да. Собака вообще ассистент просто охуенный. Так, парни, ну что ты тут накупил, блядь, столько этих кабанов, блядь, за 2 стака, блядь, наверное. Вопрос медвежатина. Ох, ю! Твою мать, сколько кабанов. Сестрой этот, короче, кузницу, там что-то еще как-то, чтоб юнитов строить. Армию набирай, я буду здесь всякие здания строить. Армия, вот этот лайтхаус, там армия, да? Это мы мигаем. Все, понял. А то обычно это Ликан мигает. Вархат, по-моему. По-моему, вархат, короче, строй. Вот это надо. Люкан нуп или нет? Как Люкан мне опять всех расхуярил, да? Ну тебе в пизду. Бля, у него какие-то просто неприязнь тебе факт. Короче, факер, отслеживай его, мы уже на следующий этот ебанем. Он слишком много времени проебал, чтобы тебя расхуяривать, если честно. Да, что-то надо. Бля! Захуярит. Люкан строится где-то здесь. Он нас уже не сможет разъебать. Где-то здесь? Да, скорее всего, потому ребят, что он тут постоянно ошибается. Ребят, ну все собак туда пошлем, ребят. Куда, сейчас куда, куда? Вот в эту область, там ликаны горят. Ну если ликан прошаристый, он мог не там быть. У мистера факера вон ликан бегает. Да, бегает. Следите, скоро ночь кончится, я бегу туда. У меня псину убили, да тут, он тут, блядь, бегает все время, я не знаю, что он хочет. Лучше бы он развивался. А так он что-то... Слушай, это дред. Он 4-й левел, короче, он неопытный очень. Это дред или соло, мне кажется. В смысле? Да это ж ты. Ха, что, я к нему приду. Вообще, ребят, как правило, тот, кто больше всех пиздит, кто Люкан, и есть Люкан. Да в мафии такие же правила были. Не работает. А вы в мафии играли еще? Да, мы и поиграем, наверное. Не, вы ко мне можете приходить, я вас отхуярю, если вы подумаете, что Люкан. Женщина собирать траву. Нормально, у кого-то уже женщина есть. А уже, блядь, дети есть из свиней просто. Охуенно, у меня Люкан есть каждую ночь, блядь. Он ушел уже, да? Ну, вроде съебался, да. А у меня что-то 5 кахалды, блядь, я не знаю, что с ней уже делать. Да, армию начинает строить. Лол, 5 кахалды. Откуда? Да что он опять моих свиней сожрал, ну вот... Сука, пойду валы нахуй, ебану на 5к, блядь, свиней, блядь, сюда. 5к, ебать ты наркоман, откуда такие деньги? Столько же, только я их трачу сразу. За дрот, за десятку перевалил. Бать, откуда у вас бабки? Исследование. В смысле, за бизнес? Десятки? Бизнес? Сириус бизнес, ребят. На нас Ликан не нападает, мы тут, блядь, жируем. Что нового? Понятно, понятно. У нас тут, у меня баррикады. Да у меня 18 свиней сейчас, поэтому, да. Добро пожаловать в нашу деревню. У меня больше заречи свиней сейчас, короче, все войдет на мне. Не, ну все, Ликану пизда, тут уже такая армия, что ее не вольнут. Да, я сейчас просто накоплю денег, убью всех свиней и просвечу. Ребят, короче, я
подозревает Дреда и Соло. Я побежал на разведку к ним. Кто знает, где они находятся. Я говорю, я буду ночью, я ночью просвечу базы. Дреда и Соло, помогайте, где вы находитесь. Сверху, слева, дай мне денег лучше, я вот здесь нахожусь. Я вообще хрен знает, у меня нет ни чёлки, у меня есть только ферма, ребят. У меня есть ферма и все в ферму. А ты можешь построить курятник? Какой еще курятник? Ага, ну-ка, королевский, открой дверьку, а? Королевский. А у меня нету двери. У меня и забор стоит. Да? А чего у тебя тут трупов так много? Ты мне объясни, если у тебя двери нет. Что нового? У меня нету трупов, ты что гонишь? Факер, погоди, ты где находишься? Факер, тут убивали собаку. Вот здесь, да, факер ты? Да. Слушай, около тебя только королевский. Да. Ну так я выхожу, я из-за забора не выхожу, господи. Да, а почему трупов у тебя так дохуя вот за забором? Так на факера собака лежит, и что-то еще там от факера осталось. А он знаешь, пробегал. За забор не выходишь. Добро пожаловать, я же видел. Так, это что такое? Что новое? Бля, ебать, вы какие-то задроты, слышите? Ну-ка, факер, скажи ему, что так, я не при чем. Я не знаю, кто при чем, но, блядь... Смоленц, да, но я тут постою, ладно? Не хватает... Добро пожаловать. Постой. Готово. Открой дверь этот, Макс, я пройду с собакой. Так, мистер Факер, да, да. Папа, иди нахуй, блядь. Ребят, ну, мне кажется, это все-таки наш королевский. А я не выхожу. Королевский. Ну, хорошо, хорошо. О, слышите, а здесь можно, короче, пиздить другие самые кормы? Будет ночь, я подойду к тебе, слышишь? Да, можно. Можно все. Лол, пиздить, здорово. Можно воевать друг с другом. Я понял, клево. Пока там ликанта. Ребята, у нас тут место тоже на базе нету под моих свиней. Слышите, у меня такой вопрос, вы можете подумать, меня, наверное, очень плохим игроком, но каким хером вообще можно зарабатывать этот... Что можно делать за лес? За лес строить здание, грейдить. У меня до хера леса, ничего больше нет. Ты его меняй тогда до хера и нанимай свиней как можно больше, чтобы... Наменять свиней. За это, короче, лес. Андрей, что у рабочего нового? Нижняя правая клетка меняет лес на зону. Почему я не могу строить ничего? Почему? Потому что ты люкан? Красная точка, нет, красная точка. Я нашел соло, мне нужно что еще нового? Соло, я его еще подозреваю. Я сейчас всех свиней зарежу и, короче, ночью просвечу все базы. Не, королевский соло может быть зомби. Тут не свиноферма, тут просто... Сейчас смотри, сейчас будет ночь, поглянешь. Короче, у меня есть деньги, но я не знаю, что делать с ними, ребят. Такая новость. Что Андрей, нового? Еще такая фишка, ты можешь здание не замечаешь, короче. Привет, когда ты рабочим строишь одно здание, у тебя на месте этого здания в меню зданий появляется день. Еще одно здание. Если ты понимаешь, о чем. Что нового? В меню зданий можешь... появляется еще одно здание. Ну ты построил, например, вот что ты там построил? Так, все, я кузницу, я все здания строю, буду думать, что вообще. Видите, смотрю, у меня мальчик. Кузница, ты делаешь армию. Кто там? Потом после кузницы у тебя появляются типа казармы. Максим, это вы, да? Ну-ка смотри на собаку, ну-ка смотри на свою собаку. Ты что дерешься? Ребят, ночь начинается. Такой вот дред, блядь, дред! Да ладно, ну спалил, ну. Где? Строить. Вот здесь дред. Ребят, кавалерию. Можем сейчас или ночью пойти? Парни, давайте, блядь, не знаю, дайте мне построить что-то, я не могу построить. Да стройся, там сейчас дреда хуярить пойдем. Макс, объясни, как мне строить? Ну блин, у тебя есть вар этот, как его, блядь, сейчас? Ты пёс! Надо... Эй, пёс! Лайтхаус, или что надо построить? Андрюх, так чё, ты получается? Тебе надо, Блэк, чини, смотри, сейчас. Да-да, братиш, ну типа... есть. Я вообще не выкупал, что делать изначально, есть? Поэтому просто ни хрена не сделал. Вархат. Там, Андрей, качаться надо ночью. Короче, там вся фишка, что ты... Я... Смотри, вархаус где? Вархат. Такая. Ну, так чё, ты не вывозишь вообще никак? Это походу, вообще габелла была. Нет, это другая. Первую ночь, Андрей, всё, нужно максимально получить 6 левел, ну, стараться. Качаться, да. Вот, 6 левел. Ты типа ходил гангал. Я вообще не понял, что делать, гайс. Вот она проблема. Смотри, Андрей, вся суть в том, что ликан любого, кого убивает, ночью превращается... Нет, теперь я понял то, что уже волки на следующей ночи появляются. Это очень круто, но, типа, я-то не знал-то изначально. Вот она проблема. Все, ладно. Но теперь я все равно, конечно, ябну, но тем не менее. Нужно максимально получить левел. То есть, убиваешь животных, получаешь экспу. И развиваешься. Да, там, когда у тебя будет ульта, ты можешь вообще всех просветить и узнать, где кто на карте вообще строится. Какой самый сильный юнит? Скажите мне сразу, чтобы я построил. Я конечно строю. Все, рыцарь, арчерки. Наш город осаждают враги. Казни собаку, сука! Собаку мою взял. Ну, короче, слышите, я там волка еле-еле вывожу. По-моему, мне стоит сдаться просто. Ну, наверное, да. Не-не, ты иди сюда, мы тебя казним.
Не, ребят, я буду строиться. Построй забор, да выше, блин. Кирпи. Вон, гаргули какие-то, буду с ними драться. Я качаюсь на гаргулях, ребят, или они качаются на мне? Качаешься. Кстати, можешь скрыться в подполье, уйти, может еще вытащишь эту. Да, почему нет? Я его. Андрей, тебе надо просто, короче, забить хуй и хуярить всяких животных. А гаргули нельзя? Короче, можно. Их только с юнитами убить можно, они садятся, короче. Или попрокачаться сначала. Инквизицию ищет, а тебя, Андрей, ты где? Прими смерть. Мне все, все в порядке, гайс. Инквизиция, пошли. А где там мальчика какого-то построить, блять? А ты да, вот это здание, блядь, они в ферму на плантацию. И баба, будут мальчики его, блядь. Блин, хилл надо строить мне. Блядь, сколько цветы золота приносят. 2000. Да. Где я без провода сраного выйти. Это что а за куда? Цветы такие 2000 приносят? Я там 5 цветков посадил, 2000 сдал. Розы, розы. Они по 260, которые. Короче. Андрей. Короче, ребята, я один Андрей ищу или что? Я сейчас его просвечу. Я забор стоят и выйти не могу. Да я ему убил город, ты его не просветишь. Я ему весь город разъебал. Так а разве юнитов что не палит? Нет. Добро понял. Пожаловать. Но он в любом случае, да уйдет он в подполье, он-то здание строить не может. Все в бой, вот старики, почему? Женщины, милиционеры, беркут. Давайте, парни. Разломай свои ебучие, блядь, у меня кони не выходят. Не выходит? Откуда у тебя кони не выходят? Лёха, даже папу на войну взял. У вот это хорошо. Черепаха. Ребят, только что. Где Андрей ты? Я его только что вот здесь разъебал. Ты, кстати, прямо около него был, он тебя пощадил, походу. Да, сейчас я иду ему пизды давать. Не-не, там я уже дал пизды, он где-то убежал рабочим своим. Да, я сейчас стрим гляну. Качался где-то. Стрим нельзя полностью стрима, блять. Почему нельзя? Нельзя. Вроде может. Но мы же в мафии не смотрели стрим, лол. Не, я. А, да? Андрюх, я понял, так. Андрюх, ты где? Так вот он какой мастер дедукции, блядь. Ну, подстань от меня, слышите? А может где-то волк покупать айтемы какие-то, не? Да-да-да, есть. На проклятой земле, короче, если ты видишь мигание, вот здесь там есть рабочий. Андрюх, сейчас я открою. Кажется, я не вижу мигание уже. Короче, Андрей, слева, снизу, вот, где магазин нарисован, если ты видишь его на карте, выше магазина, есть нормальный магазин. А, понял, проклятая земля. А где слева, Андрей? Где Андрей? Он, а я не понял, идет. Где здесь магазин в любом случае. А ты там найдешь, там ходит мужик такой, зомби, короче. Да, мужик ходит, все, понял. Помигайте, Андрей, еще раз, пожалуйста. Кавалерия в бой. Андрей. Ты охуел, сейчас... А, это... Все, извините, это медведь охуел. Слушайте, а может пока посражаемся? Вот кто рядом со мной? Говорю, тебе пизды. Помигайте, пожалуйста. Андрюх, ребята, вы можете идти на нас с Максоном, мы вам пизды быстренько, блядь, отвесим. У меня тут 400 конюхов, нахуй, блядь. Андрюх. Одни свиньи пиздят вас. Ребят, я уже не знаю, где мои свиньи, короче. Они тут везде. По всей карте, я их... Андрюх. Слушай, а мы сейчас друг друга расхуярим, а Андрей-то подметнется потом. Андрюх, ну ты где, ну? Добро пожаловать в нашу деревню. Молчание, мой козырь. Молчание и еда. Пойдем, Витя, искать. Что нового? Да ищите, ладно, Андрея. Да. Мы должны его хуйнуть. Ну поехали. Нет, Андрея не обязательно, ребят, ебашить. Я все, я уже проиграл, ребят, тихо, спокойно, все, играйте. Бля, хорош, слышь, нахуй ты это делаешь? Так, плати, не Дань. Не надо ебашить. Дань, плати. Бля, гей, Королева. Ну, Андрюх. Королева. Чего, Лех? Ну, ты где, ну? Ребят, ты давай, ребят. Открой ворота. Ты Дань платишь, Лех? Я баба стрит. Открой ворота, я выйду. Какие именно, вот эти слева? Вот эти, да. Что чья баба стоит на ебазе, я не понял. Андрюх, ты сейчас стрим посмотрю? Не, пожалуйста. Это не чья баба, это баба торгов. Учтите, ребят, если вы ночью начнете войска проебывать на его зомби, они будут войска на следующую ночь его уже. Ага. Моих зомби. У меня нет зомби, я никого не убил. Я думал, я вначале кого-то смогу убить, а оказывается, я мог пиписюн пососать. Факеру обосрал немного только жизни, все. Свиней там его убивал. Андрей, а почему я? Да потому что ты первый попался, господи. Так рядом же Королевский еще, почему не он? Я шел по тропинке, которая ведет к тебе. Соло прям за леском. Андрюх. Да, а как можно улучшить, чтобы у меня было больше хавки? В это, в Windmill, там, короче, есть такая жратва до 40. Андрюха. А! Trade Road какой-то. Лёх, ну отстань от меня. Слышите, как-то это некомфортно. Я волк, и мне придется убегать от вас. А ты спалился, конечно. К-
А в смысле, что я мог сделать? Кого мы пиздить будем? Ты взял, спалил меня. Макс, показывай, на кого нападаем. Да. Я сразу вас заподозрил. Ребят, тут нет, тут я все обследовал. Не, ну типа это халява, ты просто бегаешь юнитами по всем базам, смотришь, у кого меньше всего развито, тот и волк. Это очевидно. Нет, у волка тоже может быть развито. И вообще, как бы, если волки пограмотные, он типа на вторую ночь уже убивает двоих чуваков, и все боятся. Ребят, ночь. Братище. Андрюх, давай! Нашел молодого! Давай! Окружаем! Мигаем. На нахуй, Васа! На! Окружаем! Инквизиция едет! Пиончиков! Я его задержу! Быстрее сюда! Пьем! Уже близко! Быстрее! Все сюда! Ему пизда, ребят! Я твою женщину сейчас возьму! Иди еще раз, мигни! А он здесь в инвизии или я хуй знает? Вот я его зажал, вот, в кружочке. Он... Где тут, Андрей, вылази, блин, все тут. Он вылази. А есть трусайт какой-то? Я сейчас построю. Ух, ебать тут армия. Ставь трусайт, хуярю. Прям на него. Андрюх. Слушай, он спался. Чего? Если он не прокачивался. Я не буду из инвиза вылазить просто, нахуй ну надо. А, ну он не в инвизе, он съебался уже куда-то. Рабочими помогай, можно помогать строить? Power build, можешь делать? Слышите, а почему волки не рождаются? Они на следующую ночь рожают. Куда ты съебался, Андрюх? Ну, на следующую ночь. Я вроде убил много зверей прошлую ночь. А как ты... У тебя блин какой-то? Или что ты... Как ты замутил? У меня вид очень скилловый, просто я игрок. Бля, я почти пизды дал ему, видели? Короче, слышите, я нихера не понял что-то. Я убил много животных. Я тоже, что-то парни в этой игре не кайфую. Не, здесь нормально, тут нужно просто, блядь, заликаны. Если ты играешь, тебе нужно первую ночь хавать просто обычных зверей. Тебе надо идти ебашиться с кем-то. Я знаешь, сколько зверей нажирал, но тем не менее, я... У меня нету миньонов. А, вот, нашел. Где? В атаку. В атаку! Тихо, ребят. Нашу базу идет Витя. Братан, там прикрой, наверное, ее. Не видите войну. Да, блядь, я отпустил уже своих, потому что мы поубивали моих чуваков, если что. Я как только подошел туда. Как можно сделать больше хавки? Я не могу это делать. Видишь еще? Трейд роуд. Что такое трейд роуд, ребят? Это просто апгрейд какой-то. Просто апгрейд. Там для чего-то он нужен, я не помню, для чего. А курятник ты построил? Андрюх, ты где? Устраивайся вышками, да? Вова, тут что-то было. Это маленькая точка была, это. Че-то, ребят, вы мертвый, пиздец. Да? Только Леха, не забудь, что ты нас должен наебать, либо тебя. Ой, плюс. Я вас изи килл. Леха, блядь, рабочих привел нахуй все. Извините. Оставляйте юнитов просто везде, да и все. Вы нашли у него базу? Куда ему зашли? Да он нигде не строится, он просто, блядь, бегает. Ладно, на фон. Ну давай, нашел ты меня. Нахуй. Сюда иди. Нахуй. Сука. Ты юнит мой следующий, понял? Кто ты? Да ты пошли там где-то. А что это за ракушки у меня на базе, блядь? Ищу его, гайз, давайте. Где-то тут. Вот тут где-то. Добро пожаловать. Он сейчас рабочим, он далеко не уйдет себе. Дима наступила, ребят. Винтер из каминг, ребят. Доброе утро, Андрюх. Доброе утро, ребят. Вы меня в жизни не найдете. Я настолько скилловый игрок, что просто пиздец. Сейчас будем там. Зимой вижен. Очень огромный. Зимой пиздец вижен, короче. Погнали, ребят. Ищи одинокого раба, которого. Пишу не такого, блядь. Раба, блядь. Просто по всей карте разбегались. Я собачку уже устал бегать. Что нового? Где-то у него этого чувака. Добро пожаловать в нашу деревню. Выжить в тайге у Андрея началась, короче. Бля, вот это охуенная, кстати, игра. Да нет. Да, мы поиграем. Ищем, патрулируем. Так, я вообще вижу на всей карте уже открыт. Вот я правую половину вообще всю держу, короче, ребят. Что патрулируем. Сказочный патруль. Я пиздец. Кажется, он где-то в воде сидит, засел, что короче. Я там почекал уже. Утонул? Ну не утонул, плавает там, блин, ванны принимает. Приветствую вас, ваше высочество. Что нового? Факер зайца убил, гайс. Я убил какого-то Рокки, блять. Андрюх, ну где ты, ну? Рокки, да? Отстаньте от меня, перестань меня искать даже. Не, Рокки, меня енот. Тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть. Андрюх, помогай где-то. Хватит, уходи, пожалуйста. Его за 500 продают.
Ребят, правой половины карты его нету. Я вообще тут все обрызгал. Правой я нету, уже... значит в левый, ребят. Ищем, продолжаем. Мне уже лень даже свиней колоть. Свиней а колоть не надо. Стрим посмотрю, Андрю. Да ты слабак, значит, будешь полнейший. А я нашел его, лол. Где? Вот тут. Все, кони. А куда ты? Ты куда? Кони! Уходим, копы! Уходим, копы! Еще раз, помигай, где? Помигай! Блять, вот тут был только что. И чего он теперь делся? Исчез? Испарился? Словно рысь? Нету тут. Словно мразь! Давайте, ребят. Нету, ищем. Ловим мразь. Вижу оленей покоцаны. Волчью. Ребят, тут нету, он куда-то убежал. Мог превратиться в кабана. Ебашим кабана по дороге. Я все мог, парни. Вы себе не представляете, в каком говне. Просто мне невозможно найти. Меня просто невозможно найти, ребята. Факер, где был последний раз замечен, скажи. Ну вот тут я его видел. Добро пожаловать. Сейчас я его поищу. Йо, я нашел его! Палево! Бежать! Стой! Давай! Где? На острове. Том of Experience! На островке. Experience! Бежать! Все, ебанули. Есть! Блять, жил там, блять. Жил на островке, блять. Голосину что-то. Ублюдки, блять. Давай рематч, слышишь? Я ни хрена не понял. А пока трехнутая рекламная пауза, дорогие дамы и господа. Мапхакеры, саны. Не с Люкана с первой катки, чтобы уже понимать, что да. Надо. Ну, это хорошая идея, я очень надеюсь, что я не буду Люканом, но уж извините. Алина, скажу честно. Что это такое? Я просто расстраивался, даже не участвовал в вашем этом... Вы поняли, в чем. Кхстанул. Биба-пати. Не, если бы я первый... Пока. Короче, тут самое главное, это первым просто... В первую ночь просто бегать и убивать крипов. И надо не забывать то, что этих своих новых юнитов ты нихера не видишь, если ты не поставишь цвета на карте. Я еще думал, где они есть, потом их набрал, но было уже поздно слишком. Да и забор надо ставить в любом случае. Я прикурю пока. Не, забор не нужен. Первый надо бустить экономику в первую по ночи. Но это мне тоже будет проблема сделать. Пошла, ладно, сейчас я вернусь. Пойду чаёк себе сделаю. Люкан отбивается ментами, короче. Блин, я хочу Люканом. Я тоже хочу. Я, кстати, сейчас... Я даже не умею стенку строить, если что, парни. Для меня гудок. Стенка там переключаешь, короче, рядом с кнопочкой. Рядом кнопочка строить, а есть другая кнопочка. Что я зайти не могу? Жора тут? Без кнопочки. Жора, ты тут? Че? Выйдет. Он 3 минутки курит обычно. Я что-то жму бипа-пати, мне даже не появляется. Сейчас. Ошибка запроса. Все, сейчас выйдет, смотри. Вышел, давай. Вышел. Блин, присоединился какой-то чувак. Сразу. Еще попросите, сейчас я спамлю. Сейчас выйдет. Вышел. Почти вышел. Вот.
Все. Тут надо просто вдупиться в карту. Это я к Вите. Вообще жалко настроек нет. Два ликана бы тоже норм было. Или ликаны вампиры, например, по АПН. Видите, там нормально, там свиней бустил, у него просто свиней штук 40 было. Да-да-да, я тоже халявил, пиздец, столько сделал. А что, есть карты на два люкана или там вампиры? Да нет, я говорю про то, что надо было бы сделать в этой карте. Да не. Было бы круто, но настройки бы, если бы были, ТБМ нормально бы был. Опытные люканы тут, конечно, ебут. Ну понятно, но люди заходят в карту поиграть, и люканы... Понятно, да. Пацаны, боже, ну как я вас вначале разводил своими беседами про свиней? Господи, какие же мёртвые! Скажу честно, чекнул, блядь, стрим на первой минуте игры. Я понял тебя. То я молчал, Дрюс. Я сразу сказал... Не, не надо с чекать, ребят. А, Дред, тебе пишут игру на Твиче, поменяй. А, точно. Макс, я иду в то же место. Соло, ты тоже. Знает про это место, давай куда-нибудь другое чуть-чуть. Алексей, у тебя тоже дома. Побегай туда. Что, вдвоём? Мигать нельзя, давай, на том же месте встретимся и уйдём, давай. Давай. Блин, вы что-то за Варкрафта не шарите, встречаетесь где-то, время теряете. Да они мёртвые, забей вообще. О, поехали сюда. А, кстати. Мы мертвые, блядь, это Лизюкан, который, блядь, тот левел, блядь, был, блядь. Факер даже не убил. Да, я на первом прибежал, просто я еще не убить никого. Там, Андрей, надо было рабочих пытаться убить. Они бы выросли на следующий день. Несколько рабочих, я же не знал, что они вырастают. Я бы предложил Last сыграть в это, а потом что-нибудь больше. Я бы пострелялся, я бы какие-нибудь поиграл, не знаю, там, дуэльки. О, ты слева, я справа, да? Да. Привет. Оттуда ушел, погоди. Вот, понял, вообще круто. Да, вообще тема. Тут один заборчик хватит. Сижу, бью чаек, значит, уже вообще не парится. Я же много времени проебал, но чтобы найти нормальное место. Какой-то залупе заспавнился. Привет, да. Ты меня так критикуешь, оказывается, это ты еще тоже так же сделал. Вообще тут очень важно зависит от места, то есть. Я вообще стараюсь чуляки себе спавниться. Ну, не спавниться. Почему? Там что-то... Торговые порты строишь, и на кораблях еще зарабатываешь за определенную. Бля, как я хочу на рандомить люканы? Что за нечестная хуета? Я столько играю в это говно, блядь, и ни разу еще не был. А я два раза подряд был. А я не был ни разу, и меня это... А я, походу, сейчас люканом буду парить. Только это... Я за чаем, гайс. Ива, кто ликан? Просто в первую ночь надо хуярить как можно больше волков всяких, и вот не именно овец, а вот именно волков и кабанов всяких. Максимум экспы, есть крабы еще тоже. Да, много на день можно сделать мента, короче, одного и разведывать, но это просто совет. Но только аккуратно разведывать, чтобы, блядь, ты не бежишь такой, ага, привет, я тут так. Здорово, парни, я... На меня там люкан напал, я вот ищу место спрятаться. Давай буду жить у тебя. Самое заебись за ликана — это подставу устраивать, типа ты бежишь на помощь, а сам раз окружил и просто конями разъебал. Так, ну хорошо, давайте сейчас пообщаемся, значит, на интересные темы разные. Привет. Например, сейчас вот начнется день, начнется. По ликанам интересно будет. Что нужно? Дважды? Я всегда ликан. Кстати, билд разработал, билд. Добро пожаловать в нашу деревню. Пацаны, я знаю, кто люкан. Да. Еще никто. Ха-ха-ха-ха-ха, как я вас, да? Добро пожаловать в нашу деревню. Ну давайте, ребят, давайте. Вот, ты в ахуе? Что надо? Так. Ребят. Момент истины. Волнительно, волнуюсь, правда? Сейчас пообщаемся. Нет, я люкан. Я клоп. Я или доктор, или коп. Я или доктор, или люкан. Добро пожаловать. Ну что? Да ё-моё, блядь. Жора, привет, как у тебя дела? Это не я. Приветствую вас, ваше высочество. Это неубедительно, Жора. Это очень неубедительно. Жоран. Лёх. Ау. Чего, ты расстроен, то, что еще раз ликаном не стал, или как? Витя, не убивай меня, не убивай, я не скажу никому. Что нового? Нихуя себе, блядь. А по-моему это Максимка, блядь. Как гудочек послевый. Хорошо получилось у него. Ребят, если был бы гудочек, парни, я застроюсь с ним на одной базе, так что все, блядь. А может вы договорились там? Оо. Да-да-да, это такое же самое было у Кейка. Скайп. Что там у вас за пидор-пати? Во, пошел нахуй, я твой рот ебал, блядь. Привези его, парни, навались. Добро пожаловать в нашу. Че, сука, пес, блядь?
Как ты себя чувствуешь, а? Молодой, блядь, как у тебя дела, нахуй? Подстраивай милиц... О, навались, навались, парни, куда? Выйди! Город союзника в осаде. Сука, стой, блядь! Да, господи. Стой, шныри ебаный! О-о-о-о-о-о-о-о! Пошёл ты нахуй! Пошёл нахуй, волчара! Добро пожаловать! Волчара! Нихуя не может. Пришел одного рабочего, убил, чуть пизды не получил, добро блядь. Пожаловать в нашу деревню. Пулевой, сука. Мертвый, мертвый, согласен. Добро пожаловать в нашу деревню. Я дальше, блядь, буду что добывать нового? Золото. Пацаны, я отбился, если что. Он нулевой. Одного только убил рабочего. Люкен, походу, опять не одобряет то, что надо фармить. Я его, кстати, за малым не уебал. Он у нас рядом заспавнил, кстати. Ребят, я знаю, кто Люкен, если что. Я могу, конечно, вам сейчас рассказать, и игра закончится просто в секунду. Ты ливаешь из игры. Забей. Я знаю, но у меня что-то оно ожидание администратора. Жорик, походу, все. Обрезал мне интернет. А Жор у нас хостить может, оказывается? Да. Жорик хостит. Я, короче, за малым без Люкена не дал, пацаны. Лех, ну что тебе сказать, красава. А он тебя на карте поменял. Он мне, сука, овцу убил еще. Вот, блядь, пидор. А откуда у меня появилось 500 дерева, блядь? Добро пожаловать в нашу деревню. Что за хуйня? Ну это рандомно дается, да. Что нового? Прикольно. Бля, я что-то подгорел. В смысле, рандомно? Без квестов даже? Просто так, что ли? Да, просто появилось 500 дерева халявно. Что за бред? Может, просто дается рандомно. Не-не-не. Что нового? Добро пожаловать в нашу деревню. Так, ну вот можно и свинку зарезать, правильно, парни? Гудочек. Как дела? Нормально. Все спокойно вот это? Ребята, это не гудочек, ребята, я вам скажу, я знаю, кто это. Хотите вам испорчу игру? Почему испортишь? Ну тому человеку, кто сейчас на этом ругане. Так в смысле, ты должен инфу давать? Я уже все, я знаю, парни, я все уже знаю. Добро пожаловать в наш... Поиграю на мать? Играть, точно? Играй, играй! Что нового? Добро пожаловать в нашу деревню. Так, где мы? О, у меня волк появился. Пес. А чё псом делать можно? Скаутить? Что нового? Да, скаутить. Псом надо фармить, короче, этих оленей. Оленей. Если уже пес не хочет, откуда это быстро пес? А он потому что не строит ферму. В смысле, так а как может быть пес без фермы? Ну я раньше тоже типа рашил в этот, короче, свиней не заказываешь, если, а сразу идешь, короче, в грейд фермы. Очень даже заканчивал, заказывал свиней. Ты мало, я вообще долго не строю пса, а свиней по максимуму сначала. Парни, я тут траву, блядь, вырастил, не знаю, как её собрать. Так, короче, гайс, вы мне лучше скажите. Нажимаешь на неё, просто кликаешь на неё. А как её продать? Главное здание отводи. Волком оленей, значит, да? Да все что угодно, только на медведя не нападай, он пизданет твоего волка. Добро пожаловать в нашу деревню. Люкан, ты когда ко мне придешь в следующий раз, я, короче, построю товара, понял, блядь? Приветствую вас, пизды я дам, понял? Высочество. Понял, нет? А, слышите, так волк это охренительная штука. Добро пожаловать в нашу деревню. Да. Собака это вообще топ, она может закупаться. Как ее построить? Короче, когда ферму ферма видишь, она открыть. Появляется сразу. Ферму я понял, хорошо. Добро пожаловать в нашу деревню. Что ты там понял, Люкан? Люканг. Приветствую вас. Люканг. Ваше высочество. Что нового? А костер есть смысл строить? Да, там можно всякие яды варить, прочую всякую хуйню. А хуй знает, я там не ингредиенты нашел нужны. Колодец. Я тоже не знаю. Ну, колодец это заебись. Добро пожаловать. Люканг, только честно. Что нового? Гудочек. Я не скажу. Почему? Я честный. Ребят, вам будет точно. Ребят. Просто Люканг. Ребят, скажу точно, это не гудочек, и не я. А как кто это? Нет, они вдвоем строят. Это факер. Факел? Что? Что? Раскрыли. Что, факер? Не, это точно не я. Что? А кто это тогда, факер? А почему вы думаете, что Витя прав? Почему вы думаете, что... Почему вы вообще верите, Вадь? У меня опа, разделение интернета. Факер, факер, ты чё? Хорош! Фак, давай поиграем, чё ты кикаешь сразу? Это не я отвечаю. Да конечно, это не ты. Откуда я факер? Ты же сказал, что это ты, короче. Не, я не говорил. Не говорил, вроде. А кто это? О, собака, а если собака жрет трупы, они ж не появятся, правильно? Что, собака хилится, да? Не знаю, собака точно хилится. Блять, уйди, разочек. Как тебя уебать собака?
Бля, я не могу уебать свою собаку. Надо пойти надамажиться. Добро пожаловать в нашу деревню. Парни. Чего? Стройка завершена. Может ты? Может быть. Что нового? Очень даже может быть. На нас напали. Приветствую вас. Блять, как долго свиньи набираются. Не хватает золота. Так, Люкан, я обещал, да, вышку построить? Что за хуйня? Добро пожаловать в нашу деревню. Ебать, что это? А, вот же. Так. Я готов. Свинья, умри. Вышка, стройся. На нас напали. Приветствую вас, ваше высочество. Что нового? Тун-тун-тун-тун-тун. Заказываем новое дерьмо. Добро пожаловать в нашу деревню. Короче, Люкан, я готов. Меня, готов. Готов вас. Нафиг. Что нового? Где-то вот тут очень. Ребята, а что это за минус армора и атака у моей собаки? А это у Люкан. Клипс. Это Люкан просветил. Ага. Ваше высочество. Рандом курс какой-то написан. Да, Люкан просветил. А. Приветствую. Надо трупятину успеть съесть, чтобы не появилось. Ну-ка, кушай трупятину. Я готов. Добро пожаловать в нашу деревню. Сец. Вышка строится, Бловеха мутится. Не хватает дерева. Люкан, собака. Да. Хорошо. Добро пожаловать в нашу деревню. Опять работа. Люкан нулевой. Я бы сказал. Ответ. Вообще ноль, просто ноль. Приветствую вас. Люкан, слышишь меня? Ты ноль. Добро пожаловать в нашу деревню. Что нового? А когда вы там говорите, тёлка появляется? О, собака даже цветы сажает, лол. Блять, на меня напал медведь, что мне делать? Добро Люкан, ты ноль. Спасаться. Люкан, ты пришел ко мне, но ты погибнешь от меча моих воинственных милиционеров. У нас это Винтер Вульф пришел к нам в эту. Беркут, пизды им. Добро пожаловать. Беркут. Куль ты пса моего ешь? Берись с милиционерами. Беркут. Не хватает дерева. Не чувствую, просто не чувствую. Добро пожаловать, Люкан. Вы в говне. Здесь нельзя строить. Беркут. Город наших союзников в осаде. Хорошо, пес, бой. Исследование завершено. Ноль. Приветствую вас. Здравствуй. Ну любой. Так, ребят, как оплодотворить челку? Она сама там. Сука. Что нового? Блять, меня бил волк. Ой, волк, медведь, блять. Люкан у меня на базе. Нормально тебе. Недалеко от нас выйдет. Меня волк напал, блять, на базу, разыграл на всю базу, пришел мне Люкан добил, короче. Люкан, если ты слышишь меня, ты ноль. Добро пожаловать. Что, блять, я сейчас встречаю зомбиком, я тебя уебу. Не, вообще это плохо, когда зомби типа против Люкана. Люкан, ты ноль. А они, по-моему, должны быть за людей. Нихуя. Ну я говорю, через атаку типа Люкана атакуют этих. Но меня Леха неплохо хуярил. Витя. Что делать? Башню строю, армию строю, башню. Люкан, где он, где? Башню такую надо строить, армию, я понял. Армию строю, я башню построю и закрою. А как армию строить? Из детей? Не, вархаус сделал. В кузницу, потом вархаус. Потом, я вообще грызу его всегда сразу. Да, да. Его надо сразу грызить. Где вархаус? Из кузницы? Нет, сначала кузница, потом откроется вархаус. Сначала кузница, потом вархаус, да. Понял. Люкан где-то в нижней части карты, короче, клипчик ебал. Вархант или чё, я не понял? Вархант? Вархаус. Там, короче, на том месте, где ты главное здание строил, появляется, типа, слот. Вархаус называется. Вархат, может быть? Ну или как так? Да, Вархант. Ёбаный в рот, Вархат, да. Здесь нельзя строить. Что Вархаус же, это этот, блядь, как его? Боевой дом? Ферма эта блядская. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Так, у меня мужик есть, что он может сделать? Он просто на дерево тоже отправляй, если это баба родила которого. Да, баба родила. Так, надо трупятину всю похавать, чтобы ничего не появилось у Люкана. А как развернуть ворота? Ну там есть. А, там есть ворота, клацаешь, там такая желтенькая хрень, типа Rotate Gate. У меня нету желтенькой хрени. Приветствую вас. Должна быть просто. Дострой ворота сначала. Добро пожаловать. А, достроить их сначала надо? Да. Что Люкан, знаешь, какого левела у меня пес уже?
Знаешь какого? Люкана. Да, господин. Люкана, брыган. Открой дверь, я выйду. Блядь, не выпускай Люкана. Ну, я пошел. Добро пожаловать в нашу дверь. Люкан. Приветствую вас, ваше высочество. Что нового? Бля, почему еноты не воюются? Не будут с ним воевать. Бля, я уж обрадовался, что собака может сажать дерево. Приветствую вас. Че, не может? Не может, я, она может. Я подбежал и закупился, она как бы сама не может. Хуёво. Опа, медведя собака загрызла. Да медведя ладно. Собака, да ладно. Да-да-да, она да, раскачивается. Ну, она раскачивается. А в смысле, как она раскачивается? У нее левел получает. Вот она левел получает. Нет, о, не... Кайл, это ты зомби? Да. Угу. Добро пожаловать в нашу деревню. А не бей мою собаку, брат. Почему? Опа, кейк. Давай, давай, пёс на пса. Зачем ты, блядь, атакуешь меня? А ты Люкан, потому что. Давай, иди сюда. Да не трогай моего пса, что ты делаешь? Сюда, слово? Иди, сюда. Сюда. Заебал. Сюда. Сюда. Оставь пса. Люкан, сюда иди. Люкан. Смотри, пройди. Люкан, зачем ты пса бьёшь, блядь? И как Максимович, блядь, где? Без добычи. Ты где? Добро где? Пожаловать в нашу короче, деревню. Пацаны, что-то соло на меня нападает, короче. Что-то он, блядь. Блин, как бинты убрать из Варкрафта? Я убрал переназначить хоккея, а он что-то не хочет все равно убирать. Я, сейчас... короче, на F12 все поназначал, и у меня заработали старые. Понял, ну-ка. Люкан, ты придешь ко мне ночью, скажи? Ты придешь? Я хочу, чтобы ты пришел. Приветствую вас. Ты придешь? Люкан. Добро пожаловать в нашу деревню. А, у нас такой Люкан? Вас, кто это? Ваше высочество. Люкан Абрыган? Терпила, Люкан Абрыган. Что нового? О, ферму можно сажать свиней, вы знали? Приветствую вас. Да-да, да там любое. В главное здание можно хоть кого посадить, короче. Танцевать от Люкана. Что нового? Собаку, например. Блять, от Соло явно собаку прятать надо. У Максимки ебанул. Собачку. Да, это так. Там мистер Факеру медведь ломает ворота, я смотрю. Не ломает он нихуя. А по-моему быстрее животные разъебут вас, блядь, чем пеликан. Кайл, давай ты не будешь стоять подо мной, плиз. Нервишки шалят у Факера. Не, я боюсь просто... Добро пожаловать в нашу деревню. Тебя убили, что ли? Кик. Да, я зомби. Меня Чё, ты чё? Не-не-не, вот тебя сейчас только а что... А кто ты мою собаку атаковал? Это был мой юнит. Потому что Люкан, Кейк. Добро пожаловать. Знаешь почему? Подожди, даже если я Люкан, собака тут при чём? Ну это ж собака волка. Рад встречи. Да, у меня уже два сына, они не работают, почему? Друг волка волк. О, просветил меня, просветил. Ну давай, Кейк, давай. Просвечу. Он всех просветил. Я тебя не просветил. Он всех просветил. Я готова. А кто мне тоже этот дебаф, это какая-то хуйня. Это Кейк, что ли, Люкан? Что нового? Да. Я или Люкан? Вы что, морите что ли? Добро пожаловать. Ты Люкан или Люкан? Не, я не Люкан и не Люкан. А кто ты? Я и Люкан и не Люкан, да? Нормальный пацан. Нормальный Люкан? Нормально? Пацаны, кто Люкан, скажи честно? Я Люкан. Если честно, то я. А зачем? Что нового? Мой лук всегда. Мне нравится быть Люканом. Нам не нужна такая правда. Добро пожаловать в нашу деревню. Андрюх, а знаешь в чем дело? В чем? Приветствую вас, ваше высочество. Я тоже не знаю. Я готова. Бля, ты смеешь, это был бы. О, приспешники, приспешники. Бля, это мне тоже. А зомби можно покупать айтем? Потому что у меня голда типа капает на зомби. И типа вроде можно. Чё ты нулевой, Люка? У него слотов нету, как бы. Зачем? Ему. Сейчас посмотрю. Я готова. Да, короче, овцы. Ребят, в чатике подскажите, можно покупать зомби эти? Айтемы, пожалуйста. Готово. Так, а ты чатик смотришь, ты что? Нет, я, типа... Интересно. Нет, у меня он на паузе стоит, а просто чатик читаю в поповоде. Вот. Приветствую вас, ваше высочество. В поплаве, поплаве. А, на низу... А, ну, наверное, там? Не видно. Добро пожаловать. Да, видно, видно. Лукан Со-Си. Факер. Слышите, так, а что с мужичками делать, ребят? На дерево их отправляем. Отправлять работать. Привет. Можно, да, и можно им нет, сейчас я скажу, Люкан опытный, походу. Жду, ну откуда он знает, как это типа просветки мутичит хуйню? Или это скилл? Это ульт, да, это скилл. У него есть ульт, да. Это ульт, который он просвечивает на данный момент, где батарейки находятся. Главное.
Не базу, а батраки. Ага, мне зомби ебанули еще. Приветствую вас, ваш Люканчик. Люкан, Абрыган, Люкан, Абрыган. Люкан, это песня, я посвящаю тебе. Люкан, Абрыган, Люкан, Абрыган. Тра-та-та, тра-та-та, Абрыган. Приказывайте. Хорошая песня. Мне нравится. Потому что вы не Люканы, ребят. А вот Люкану не нравится, он молчит, сидит, злится. Да, Педрила? Горит жопа у тебя. Немножко. Шерстяная, блядь, волчья жопа. Чуть-чуть. Что нового? Кто сказал? Витя. Жопа горит. У Люкана горит жопа. Жора. Оу. Как дела? Ну, пока не родила. Ну еще бы, блять, от Люкана тяжело забеременеть, походу. Жоран, ты Люкан? О, нет. пришел, блять, пришел. Давай соси Бибу, блять. Бибу будешь? Приветствую. Будешь Бибу, парень? Парень. Хочешь Бибу? Исследование завершено. Хочет, ребят. Люкан просит, пришел, просит Бибу, у меня перед воротами стоит. Ваша светлость. Дать нет, как думаете? Я плесень какой-то. Что нового? Добро пожаловать в нашу деревню. Бипка-бипка. Привет, исследование завершено. Чё так леса мало? Пиздец. Добро пожаловать. Ну там потом войти надо на голде, типа, а лес за счет этого. За счет голды. Всем леса за счет. О, у меня есть баба и, блядь, мужик. А что дает виспы у зомби? Я так не понял. Вижен или что? Они вроде дэмэдж вносят. Как... Что-то делают там, да. Что нового? Свиньи я вас зарубил. Ты что-то, открой сейчас ворота. Да, попробуй выпусти. Попробуй выпусти коня. Добро пожаловать в нашу деревню. Слишком просто. Приветствую Люкан. Вас. Слышите, а дети и тёлка могут чинить? Нет, ага. Да. Могут? Я все выпускаю? Тёлка не может. Да, у меня не очень. Дети могут. Дед, у меня такая ферма тут, я ебу. Дети могут чинить, Кайс, отвечаю. Так Люкан хуй что запушит мне вообще тогда? Сейчас я детей наплажу себе много. Я тоже выпускаю. Блин, где купить? Да, да, все вас смотрят за ферму. Короче, она мне, по-моему, только мужиков рожает, это нормально? Нажми, да, да, конечно. Врагами. Это взрослые сразу. Если на меня случайно нажимешь атакой, то могу ему врагами. Кейк. Там бывают разного цвета волосы, короче. Кейк. Чё? Ну что спорим-то, Люкан? Что нового? На что? Почему? Добро пожаловать в нашу деревню. Знаю. Твоя мама знает, что ты Люкан, Кейк? Чё торофил? Как в детстве. Кейк, ты же не обиделся на меня за это? Приказывайте. Ваша честь. Так, ты мне такой ног бился. Так, ваша светлость. Кейк, прости. Да, мило. Истинно так. Пиздец. Ебать, у меня такая ферма. Блядь, где купить юбу на этой ночи? Нет, этой ночью уже Ликану невозможно выиграть вообще. Я не знаю, что он должен сделать. Зачем зомби деньги, если ты не можешь покупать? Сколько денег? Что просто нового? Пиздец. А ты посмотри, посмотри, ты можешь переводить? Покупать? Вот у меня... Нет. У меня слотов нету тоже, не подошло. Добро пожаловать в нашу деревню. Добро пожаловать Лопцы, в нашу деревню. Хлопцы, свинюшки, умирайте скорее все. Жду приказаний. Ребят, третий. Ваше высочество. Так, третий, кто это? О. Что нового? Животное честь? Какое-то. Это зомби был, я разведку. Все, Кайс, я заходил от зомби, в зомби бой. Дред вот здесь. Люкан мне больше не страшен. А как этот хилить юнит? Там надо фонтан построить все на базе. Фонтан? Да, фонтан. А что с курицами делать? Яйца. Которые 150. А, яйца они выращивают, короче. Кайло, ты что здесь делаешь? Это мой пес. Бля, ребята, как пищу загреть? Я что-то не могу сейчас загреть. А ты Люкан, потому что, наверное, поэтому не можешь. Не, серьезно, ребят. Там в мельнице, называется Iron Ration. Не-не, у меня нету, я помню, я просто сейчас курицу поставлю. Андрюк. А! А ты Люкан? Да. Ты честно, Андрей? Да, я не стану тебя обманывать просто так. Обещаешь? Конечно. Что нового? Ваша светлость. Приветствую вас. Хорошо. В смысле, я тебя разве буду просто обманывать, Лёх, не перестань.
А как грейдить, я забыл? А, уже построили. Мне просто деньги девать некуда уже, у меня лимит. Мне переведи. Никому не переводи. Жора, а зачем ты? Может, ты Люкан? А у кого цвет такой зеленый, темно-зеленый? У Люкана. Не-не-не, темно-зеленый, это у какого игрока? Нет, точно у меня, у меня красный. У Кейка. У Кейка? Ну, вот тут Соло находится, на него нападали, а вот тут Кейк, база Кейка. Я вижу, да. А вот тут чувака убили, блядь, и чё теперь? Но нападали-то почти сразу после первой ночи вот сюда, точнее, во время первой ночи буквально сразу, а вот тут, короче... На самом деле, он просто мог фармить, сказать. Резонно, факер. Да лол, ты думаешь, он на второй, блядь? О, Кейк пришел меня ломать, ребят, это Кейк. Я ж сказал, что это Кейк, блять. Это Кейк, да. Я выдвигаюсь. Очень в глаз стреляй! Не вывозишь? Глаз рабочим, блять. Молодой, не вывозишь? Давай, блядь. Не вывозишь, да? Вау, Мансу. Добро пожаловать. Вывожу. Это Кейк, ребят, все. Инфа. Не, ребят, это не я, он пиздит. Инфа сотка. Это было Иди. Гайз, где трейд роуд взять? Да в главном здании стоит. А улучшает. Милиционеры в бой, нужна подкрепа, гайз. Иду. Витя, пойдем наверх. Подкрепа гейминг нужна. А где? Вот здесь. Он посвятил всех опять. Он ульту юзнул, вот негодяй. Я ничего не юзаю, кстати. Что вот нового? Ну ты Люкан. Нет. Ох ты ж ебаный ты в рот! Ох ты ж ебаный ты в рот! Застраиваемся, а! Жду приказаний. Манцевать, сидеть в доме. Как залезть в дом? Взять на борт. Хорошо. Ага, слышите? А, так это Кейк в натуре, что? Да. А я не могу тебе точно доверять. В смысле, блядь? Мне пизды, он мне базу сломал уже. Да вы за пса, бля, ребят, ну вы мирных юнитов. Ага, так вы пизды тут получаете. Дайте пизды. А, слышь, Вервулф со мной дерутся, по-любому это Кейк. Блядь, основная армия. А основная армия у меня, блядь, вот тут. Не, Андрей, почему ты Вервулф? Это не я, это Соло. Он меня собаку вначале атаковал, это он. Не-не-не, Андрей, не ведись на эту хуйню. Все, я иду уже. Армия в бой. Парни, он меня ломает. Идем. Ну, у меня нечем идти вообще уже. Мы с Факер тут такого армии идем вообще. Я переоценил свои возможности. Открывай дверь, сука! Лази! Живым не возьмешь! Давай, блядь, дерево последнее добудь там. Или возьмешь. Что нового? Добро пожаловать в нашу деревню. Ну что, где? Приветствую вас, ваше высочество. Витя, ты атакуешь? Все атакуем. А он вниз, да, ушел или где он? А где он живет вообще? Вот здесь. Вот здесь? Ну все, через парень, атаку я пошли. Я в соло убил за то, что не пса. Уже у него животных побивался. Пацаны, это Кейк. Надо к нему. Го, инквизиция, давайте, святая. Пойдем. Святая инквизиция вперед идет. Я вижу его женщину. Я, вы, блядь, спать. Ебем его. Ага, конечно. А ты управляешь вервульцами и я этими войсками вот своими. Вот взялся вервульцами. Ну, ты начал отводить, я войска начали отводиться. Пойдем. Я на соло напал, начал. Пойдем, парни, ебем его. Проходим, блядь, не толпимся. Я тоже иду. К оружию на нас, блядь, пидоры какие-то нападают. Что это? Инквизиция, блядь, какая. Все, там животные за него, я понял, все, давайте, ну, погнали, парни. В смысле животные? Где животные? Смотрите, уже отмазывается. Отмазы, да, левые вот эти вот. Я, блядь, горох продаю. Горох он продает. Здесь нельзя Гораз, строить. Сука. Здесь нельзя строить. Кейк, как было? О, Винтер из каминг. Кейк. Все, нормально, блин, Соло. Ты вот, блядь, пиздец, Соло, походу, сам Ликан. Я еще не понимаю, почему? Он вообще-то Соло зомби. А, ну да. Тогда не знаю. Беспалевное обвинение такое. Кайл зомби еще. Я помогаю вам. Я против Люкана, он меня убил. Все, тут армия наступает. Ищем Люкана. Да все, вы борода уже этом парня. Что нового? Ребят, посмотрите, что совершать агрот наш. Некуда класть. Думаешь? И заселил для этого базу, блядь, хуям. Не подвластна магия. Ваша честь.
Ребята, ну короче, это пиздец. Нормально, у тебя 25-й левел, да, действительно, ты не ликан, блядь. Как ты мог его нафармить, это 25-й левел, я не знаю. А у тебя не апается левел твоего миньона. Когда ты в форме ликана хуяришь крипов, у тебя отдельная форма ликана апается. У него факер. Так что, может, ребят, это, может, еще это, остановиться? Не, остановиться? Нет. Хотя хуй его знает. Ну что ты делаешь? По-моему, слишком поздно, чтобы остановиться. Ну, я знаю, где кейк. Кейк вот тут. Ну, в смысле, блин, где его главный рабочий? Понятно. То есть, когда я вчера позавчера хуярил за Ликану, у меня не апался миньон. Соло, давай договоримся. Мы сможем стать королями мира, давай. Жду приказа. Покажите мне. Раком сначала станешь. Я сейчас развернусь, тебя дам. Ой! Ой, а что за хуйня? А что за хуйня, братан? Ладно, заебал тебя, получай пизды, сука. Давай, давай. Че, куда? А куда? А мансуем, а кто мансует? Куда ты? Куда ты пошел, сука? А кто мансует? Кто мансует? Куда ты там? Строй таверки, таверки-то строй, соло. Пошел нахуй. Соло меня пизды дал. Прожог, блядь. Один на один причем. Сейчас, Кейк, подожди, сейчас. Парня, вы видите, где я мигаю? Да. Добро пожаловать в наш мир. Живет там теперь, да? Люкана, брыкан. Ребят, вот ебите. Я нормальный парень. Все, пошел через атаку гейминг. Что нового? Так, вилажерам сейчас яйца соберем и все, и погнали. Ребят, мои яйца. Исследование завершено. По полу соберешь потом сам. И зубы тоже. Теперь, кстати, этот деревня у Витюши почему-то охуенная. Приказывайте, Вилоч знал асом. Ну в чате написал. Припищите, враги! У тебя пиздатая деревня. А, ну я, наверное, все брейды сделал, потому что. Не-не, 25-й левел, когда ты получаешь, ты твоя база становится охуенной. Ну че, повторим. Я просто забрейджу все уже. Ты-то там. Надо тоже все апгрейдить. Не хватает золота. Лол, не хватает золота. Добро пожаловать. А где он? Где он? Побегайте. Какого хера, Кайл? Это свои, ребят. Кайл! Что? В смысле свои? Зомби, блядь, помогайте Ликану. Ты что делаешь? Кайл, я тебя не понимаю. Уходи от тебя. Всё, барада. Нашел ты его? Андрю, помогай где? Ну здесь здание его ломаем. Бля, ну что ты? Уйди отсюда, Кайл. Рабочего надо найти. Я тебе не рад. Я так и не нашел в магазине, можно купить айтемы для зомби, короче. Мне это не нравится. Истина так. Походу нет. Походу нет. Он делать? Зато деньги, типа, деньги, дерево у меня есть, не знаю, что. Да. Да ничего. Что-то мы это до ночи дотерпели, парни. Все пиздели получать. Да какой там забей сейчас. Через атаку просто все возьмем. Приказывайте. Я несу исцеление. Блин, где он? Наш город осаждают враги. Вот здесь, в осаде. Нет, это просто. Книга опыта лежит на острове, короче, в лоу. Жду приказаний. Что ну кто-нибудь раз? Послал какую-то шляпу сюда, ну. На что жалуетесь? Для нас тут не пробиться. Да, так, все в дом и закрыто. А что же оно? Что нового? О, окей. Ау. А где ты есть? А так. Братана, выпусти меня. Вообще. Кто-нибудь вы его ищете вообще? Не. Я через атаку гейминг устраиваю, по всей карте просто. Что я что-то ни хрена не покупаю. Ну, что ты доебался на меня? Ты скажи, опа, что Максим. Какую-то лошадь купил, блять. А чё женщина больше не рожает? Пойдем куда-то брать деф от этого уебана. Ребят, женщина не рожает больше, чего делать? Что нового? Ликану отдай её, блять, я быстро её заставлю родить. То есть ты уже сознаешь, что это ты? Не, ребят, это не я. Да, действительно, Кейк, действительно. Бля, яйца не продаются, что за дерьмо? О, нашел, вот. О, Люкан, нашел, нашли.
нашли. Воу-воу-воу, батя, ты, блядь, если нашли. Тихо-тихо. Кто кого, блядь, нашел, я не понимаю. Тихо-тихо. Добро пожаловать. Пойдем, пойдем, через атаку, гайс. Пошли. Давай, блядь. Вот этот первый через атаку, блядь. Тихо-тихо. Давай, давай, блочим. Хорошо. Работаем, работаем. Убегайте, где настоящий? Вот, вот он. Убегает? Стрейфлюсь. Бегаю, да. Подхожу, парень, сейчас наебашу. Еще раз, помогайте, где настоящий? Вот он здесь. Ребят, в инвизик пойдешь? Пацаны, как дела у него? А по-моему, во мне. Да в инвиз сейчас идет. Ой-ой-ой, стекло. Вон, трусать тут, поставь же тавр. Какой еще трусать тавр? Блять, обычно вышку кусать. Вы сайт себе там поставьте. Ну когда вот так вниз ходит, сразу начинаете строить, у нее сразу есть сайт, ее не обязательно достраивать. Просто типа заказываешь там рядом. Окей. Че? Ты где? Бля, я че. А, вот все нормально. Это. Приветствую вас. Короче, ребят, вы уж извините, но игра говно, по-моему. Что нового? Да лол, топчу игра. Почему яйца не продаются? О, продались яйца. Ребята, почему я атаковать из виза не могу? Кто не знает, опыт или там? Ты самый типа, опытный ликан. Все бы неплохо, но контроля слишком много надо. А, вот тут он надо. Только что спалил ликан, вот тут он был. Да? Я помню. Да, вот прям только что, значит он сейчас умереть. Вот он, здесь. Догнать и отъебать. Нет у меня там, ребят, нет у меня там. Догнать и отъебать. Там был, давайте брать, брить, брать. Добро пожаловать. Блядь, что нового? Где, ребят? Где-то вот здесь, вот здесь. Кто-нибудь видит его? Ребят, нету, не вижу его. Где ликан? На нас напали. Что нового? КЗ, не видно. Через атаку ищем. Тебе нужна моя помощь? Нашел. Что? Где? Ну. Да я просто реакцию кикнул. Да будет так. Приказывайте. Истинно так. Так, ну и что? Бля. А, вот он. Какие вы тонны, я, блядь, просто его у вас пробил. В толпе затесался. Где он? Да я кликаю, блядь. Вот тут. Он ушел только что в этот, блядь, в пещеру, нахуй. Я не знаю, где хуеру. Он на юг уж. А, вот он на север пошел. Нет, еще пока не пошел. Бля, он меня пиздит. Получай пизды. Пак, мигай, где он? Мигай. Вот тут он был, но короче, тут сложно его найти. А, он вернулся обратно в выезд. Боже, что это, блядь, происходит? Меня простите, ребят, но я сейчас тревонусь, серьезно, с этой катки. Это, блядь, неуловимая, нахуй, блядь, есть Вентура, блядь. Да. На самом деле, когда Лёша кричал, я его нашел, он прямо около меня прошел. Не знаю, может у меня вижен больше или чё, я хуй знаю. Ну вы поняли. Я улетел. Вот он. Бля, нихуя себе он ебало бьет моим этим. А где он? Да лол, блядь, ты слепой нахуй. А, я у тебя враг, поэтому типа нельзя. Да, мило. А, я понял. Убегайте из Иста. Будет исполнен. Где он? Еще раз помогайте. Уже не знаю. Так он заходит в эти пещеры или куда? Да, он в пещеры заходит и, блядь... Ребят, никуда не захожу, все нормально. Местоположение. А, если честно, в первую ночь нашел, блядь, 3 зверя всего. Пошел соло, поэтому поверить. Да, мертвец просто. Не, ребят, я не ликан на самом деле. Соло, ликан, прикиньте, как военный ликан. Лёх, это правда? Ты ликантроп? Да, это так. Все это время. Я ебу кролика. Я не могу найти. Я смирился с тем, что я не могу найти ликана, поэтому я ебу кролика. Парни, давайте это вид, что мы у всех залагало, и мы закончим это. Нормальная тема, в принципе. Не хватает золота. Добро пожаловать в нашу деревню. Ребят, у меня один вопрос. Кто-нибудь за 250, за 2000 шпионаж нажимал? Да, но она не палит юнитом. Я тоже. Она палит здание. Да, здание. А ты здание строишь как будто? Ну, блять, ребят, сейчас вам новая армия пизды даст, если честно. Добро пожаловать в нашу деревню. Ваша светлость. Если вы видели, конечно, камни ферм. Что надо? Да, мил. Окей. Лёх, что, один на один, может, опять? Давай, в какой части карты он? Сейчас скажу. А где ты? Давай, я думаю, ты поймешь, где я. Исследование завершено. Как это?
там, где пизды получал, туда подходить. Только один. Свидетель. Пацаны, он здесь, го все туда. Иду, иду, кейк, подожди. А че я наебал, я проверял. Я в альтабе, короче, можете меня пиздить. Так. Ваша светлость, я сделаю приказ. Пацаны, я в этом застроил, смотри. 8 раз подряд. Уютное место. Где? Призового кабана забрал? Бля, вы видели иконку вампиризма у кабана в этой игре? Блять, у призового кабана. Да-да-да, я видел. Топыч. Блять, вот это ебало. Блять. А где призовой кабан? На стриме у меня, блять. Ну-ка, подожди. А, вот Ликан. Стратегия. Посмотреть стрим, что вы твой, сейчас посмотрим. А, блять, я не могу его открыть. Стратегия перемагина. Ладно, короче, блять, бессмысленно. Кейк, ебать, потный, бегай днем и пошел. В смысле, вот, деремся. Стратегия перемагивания бюгера. А хули ты, когда ты же со мной дрался только что, что ты ливнул-то? Я ливнул, потому что тебя днем вообще нереально найти. Ты бегаешь, ты меня нашел. Вы нашел, я тебя сам нашел. Вы дреда, блядь, искали, ребята, 10 минут, чтобы вы понимали. Вот, кстати, у меня на базе, если что, этот, меня, ну. Гайс, я тоже ливнул, ну его нахуй. Бля, ребят, ну я ночью ждал, чтобы вам пизды дать. А, вампиризм, да, качественный. Так, ну чё делаем? Я бы пострелял. Я бы тоже пострелял. Я сейчас блять. Чё-то... Пойдём постреляем. Не, бля, го аренду, парни. Аренку? Да. Я бы пострелял, пизду аренду. Или дуэль. Ох, хера... И жди Хиро дуэль, вот этот заебись. Ну давайте Хиро дуэль. Я бы на самом деле в зомбарине поиграл. А может в Вов Арену? Я же Вов Арену. О, Вов Арену, мне тоже нравится Вов Арена. Только надо... Вов Арену, кстати. Только надо... О, вот это вот да! Только, ребят, давайте... Трехминутка, ребят. Создали, а там где надо раскачиваться самому, а не там где тебе сразу все скиллы дали. А там они первого левела, но потом они типа апаются. Не, ну давайте там где по одному скиллу. Короче, чё? Ты сам прокачиваешь своего героя, от тебя зависит все. Короче, как называется мапа? Что будем играть? Вов Арена просто, не All Stars, но All Stars лучше, конечно. Вов Арена файл. Мы с Лёха в одной команде, работаем, блядь, сука, по системе, блядь, в одном. Вов Арена All Stars, блядь. Мы опять к этому косякам подключаются, как интернет работает. А где его? Вот Арена финал, да? Походу, да. Всё, пошёл курить. Создал. Да, в Ликанов мы больше, кажется. Да, ребят, Люканы как-то что-то после этого отпало желание играть. Я не знаю, что-то вот так... Мы... Ожидание реально, чтобы вы понимали. Да надо уже Дейзи всем ставить, и как бы там вот нормальная тема. Я хочу ту тему, там где мы голодные играем, блядь. Да-да-да, мне админ уже главный сказал, что даст изи сервак, даст спектаторам, да? Умрет, чтобы смотрел и так далее. И мне админ даст, короче. То есть осталось... Ой, будем пиздить за хавку, сука, блядь. Вот дай нахуй бутер. На тачках там, блядь, банды, там вообще охуенно можно все делать. А на Сергея будем только мы, да? Да-да-да. Ну, пароли, я запаролю сервак, если надо, и все. Там проблема в том, что надо маленько поиграть хотя бы одну катку, чтобы понять вообще, как в DayZ там бегать и так далее. Там потому что стоит хардкорный мод. Типа, это надо по компасу ориентироваться и так далее. Что-то я хочу в команду с Кейком, ребята. Мы либо ФФА, либо по командам. Можно первый раз вообще там 5 на 5 сыграть или 7 на 7. Было бы круто, да. Хуй знает, надо для начала приобрести дело. Она 100 рублей стоит, а то это вообще бесплатно. Только качать 20 гигабайт надо, вон старый. Охуительно. Что, Жорик, создал? Да. На самом деле, если бы она весила 1 гигабайт, я бы сейчас попросил всех скачать, потому что реально квест играю в него. Реально, может залипать сам. Да, можно светить. А создали игру или нет? Что там, есть игра-то? Я что-то не могу зафоловить. Урик, Жора ушел, Жора. Вот нету. Сейчас я попрошу, погоди. А, стандарт. Жора любит покурить. Я помню, блядь, Жорик был еще молодой и никуда не ходил курить, блядь. Что это за хуйня? Алло. 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 Лёха, Лёха мав, и мне похуй на все. Ну так и есть ведь. Бля, братан, ну на самом деле да, я сам охуел, что он меня тогда так прокидал, короче. Мне главное было слить Лёху. Не, понятно, а тут что два раза такое. Лёха! Понятно было, что Лёха мав, когда уже он сказал, что он коп, а там другой. Ну это, конечно, да, понятно было. Да не, да я не, еще потом... парни. Не, он... как это непонятно, если, короче, смотри, я коп, я проверил. Ребят,
Короче. Было более палевно, когда Кейк начал копа искать, чтобы его слить, типа никто бы не поверил, что Кейк второй раз мафия. В смысле копа искать? Ну ты давай, сказал, давайте, комиссар сейчас палится. Ну, в смысле, я всегда так говорю, это он да должен не, палиться. Да не, нет, ты до этого... Где Андрей-то? Поставь, что ли, пошёл? Вы в чем там? Трюс? Дай запьи, сейчас, секунду. Был мафии, и первый какой, раз не... Какая игра, как называется? Биба-лэнд. Биба-лэнд. Я слюхал в одной команде, ребят, свапните, не могу, пожалуйста. Не могу, могу. Слышите? Слышите, так Go это, может, на дизину закачку все поставят. Слышите, а как, это в Steam или где это, что это? Не, просто торренты скачать, и график, и ключ. Да. Что? Ключи, как сказали, будут вообще бесплатные, либо вообще очень дешевые. 100 рублей, тире 250 стоит, может 300. Во что поплей? Ключ. Только последняя цифра. 250 максимум. 320 рублей официальная цена, типа, на сайте. Ну, вообще, с торрентов качать... Ну давай попробуем. Там сейчас я... типа не вариант. Типа. Ребят, не, ну это надо на какой-нибудь из номера. Ребят, сколько у нас вообще в скайпе? Раз, два, три. Нас 9. Плюс один надо. Бада или кто-то там есть? Вада или? Есть. Зашел. Вада. А кого нету? Ребят, ну тяжело с балансом. А, будет. Подожди, Вада не в скайпе. Мервинга вот. Кого нету там? Мервинг. Мервинга нет, уже Мервинг. Бля, ребят, 5 на 5 тяжело с балансом. Сейчас будем вообще пиздец. Чего? Ну типа на самом деле можно будет сразу тут, ясно, понятно. Вы играли в этих... Ну Макс, тут два хила можешь сыграем? Два хила возьмем. А почему Вадуки? Почему Вадуки? Гоу 4 на 4. Я внезапно, он... внезапно вот это вот на я стиме, Гонда 4 на 4. Почему Вадуки и Мервер? Лёха вниз, Лёха вниз и поехали, нормально. Не-не, почему Лёха вниз? 4 на 4 или чё, я не понял? У нас 9, уже не получится 4 на 4. Вадай, вадай. Ещё Мервинга ждём. А чё Мервинг-то не заходит? Нас 10 получается. Нас 10, да, но Мервинг не заходит и молчит. Он потому что коп. Да, он. На Ваду добавить скайп. Добавьте Ваду в скайп. Сейчас добавлю. Я или коп. Это я говорю сразу, парни, я only мах. Бля. Андрей. Алло, так что, у вас слот есть? Да. Да ладно нахуй, неужели, блядь? О боже. А я... что, он сейчас зайдет, мы может сначала поделимся, нет, он сейчас зайдет и стартанет. Поделились, мне кажется, нет. Лёха придет, как... он может два капитана. Ой, блядь. Лёха, может... Лёха, может не пойдем два капитана, типа и попикаете просто людей и все? Давайте, блядь. Мервинг. Давай с Андреем. Всё Мервинг, ребята. Мервинг капитан и Жора. Мервинг и Жора капитан, я за. Все. Мервинг и Жора, как игра называется? Биба-лэнд. Слышите, давайте, короче, Кейк и соло капитана, это будет честно. По отношению к кому? По отношению к другим людям. Ну вы же задроты во все подряд. Андрей, ты Вов играл? По-моему, Вов да. Арену. Ну все, ты задрот. Все, как бы, заебись. Все, хорошо, Леха, Леха, Кейк, все, давайте. Бля, Жора. Жора, красава, составчик хороший. Андрей, ты хочешь за хил играть? Два не, хила. Я не хочу за хил играть. Сейчас Леха не захочет играть. Один хил, короче, я, блядь, на характере вам сейчас пизды дам, готовьтесь, блядь. Парни, ребята, мои верные друзья. Фокус Леха, одном стоп. Мервинг, Жора, Кайл, кто там еще? Факер. Спасибо тебе, Леха. Факер, братья, сейчас мы, блядь, покажем этим нахуй хохлядским хохлам. Народ могут русские витязи, ребята. Русского витязя в голос. Все, давайте. Слышите, кого мне брать вообще? Гайс. Если хила не хочешь брать, возьми что-нибудь со станом, чтобы я один хиллер буду, чтобы с меня снимать. Меня точно. Но я, кстати, не играл в эту катку еще ни разу. А у этого Таурена Варьера Протекшн есть стан? Варьер не бери, пожалуйста. Давай. Верные братья, команда, давайте. Не башь. Почему не брать Варьера? У него он не демо. Просто ебашу, парни, хорошо? ПВП напишите, кто синий. Инфу. Инфу даем, парни. Инфу даем в драке, кого фокусите, хорошо? И все. И а как... кто у нас, ребят, говорит, кого пиздим? Даем. Ну все, ребят, я вот таким буду. Уярим магов, волшебников, всех, блядь, пиздим, парни, я верю в вас, давай. Ребят, читайте инфу. Моя команда. А как, погоди, как юзать этот скилл-то, который... Вот. Нам надо, чтобы кто-то вообще... Да, заютал скилл. А на шо шип юзать у меня? Так у тебя Affliction Warlock, ты там, по-моему, призываешь кого-то, нет? А тут тоже продаются готовые артефакты, ребят. А, у тебя Terror Hovel или что там у тебя? Брать ебаный дополнительный скилл. Во, Андрей, хорошо. Макфайр. Короче, видите, у тебя там есть спелл какой-то ауешный, он всех станет. У меня нет такого спелла. Меня слышно или нет?
Так, да. К сожалению. На какой кнопке, блядь, дополнительный стоп сюда? Да? ВВП мод, напишите, кто сикс. Ервин, ты кто там? ВВП мод. Соловник. Жора, ВВП напиши. Собрались, парни. Жора, ты красный. Дрюх, ты говоришь рассады по этой. Жора, напиши ПВП. Ребят, собрались, пошли! Вперед, 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 парни! На ХГ, танк на ХГ! Погнали, погнали, погнали! Покусим, покусим, огрызу! Вати, вати! Все, пишу, Андрей. Смотрите, Зака закрыл инвокера, блядь. Он выйти не может, инвокер выйти не может, блядь. Инвокера, инвокера, инвокера. Full DPS в инвокера. Снимайте с инвокера фокус, помогайте ему. Убить Леона, Леона фокусим, Леона фокусим. Покупите, пожалуйста, одного. Леона, 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 full DPS, full DPS. Винга кайтит. Смотрите, Акса, хуярим, блядь. От маны кончается, работайте. Акса так. Пусть работает, блядь. Фуксики одного фуксики. Акса, вот она, винга, винга! Маны нет ДПС. Пошли, вингу! Блять, Вада, у тебя демедж, шаман, чё ты бегаешь, хилишь? Леона, 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 фулл ДПС, Леона! Фулл ДПС, Леона! Давайте сюда вместо факера! Красного, красного рыцаря, факера! Хорошо! Нет, нехорошо! Ухожу, ухожу, убегаю, блять! У них у приста маны нет, напишите. Я тебе пол хп выхилил. Да, у приста маны нет, еще все с маны. Леона, 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 фулл ДПС, Леона! Хил. Фулл ДПС, блять, хорошо! Отлично! Красного добейте, красного. Покилил, покилил. Фулл ДПС, шамана, Таурена, Таурена, шамана. Стой, стой, факер. Смотрите, они за мной бегают, долбоебы, блять. Вот она, факера, факера. Долбоеба этого. Ребят, убейте Жору, Жора без маны. Или я тебя хилю, факер. Любого из них. Отлично. Мне даже нравится эта игра. Так, вингу, вингу, вингу. Похилить вингу, похилить вингу. Нету маны. Нету хила. Нету хила, вингу. Качу огрызков, качу огрызков. Привет, чарж, есть чарж. Сейчас будет, сейчас будет, смотри. Опа. Ты ж нулевой, хуй соси, блядь. Сейчас будет, смотри, смотри, смотри. Соси, ноль, нулевой, ноль. Ребят, ребят, убивайте тех, у кого маны нету. Магов, магов. Бутикера, бутикера, развернулись. Вати, 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 быстро, вати, быстро. Вати, вати, поехали. Там кейк. Все, этот наш. Он замедлен, он замедлен. Похильте, блядь, похильте, ёбаный в рот. Жору, 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 хуяри. Спала на. Тормози, тормози, братан, сейчас я тебя приколюху дам. Похилил, похилил. Ребят, ребят, вашего хиллера убивают, короче. Да ты ж, о, хорошо. Акс, 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 акс. Постой, ара. А ну стоять! А что? Ребят, единственный остался инвокер. Эти терпилы взяли два хиллера. Сосать, бомжи, блядь. Это профессионалы взяли два хиллера. Хорошо, парни. Хорошо, пятерочка, пятерочка. Пятерочка. Хорошо. Вождь. Собрались. Да не герой, у меня вас доты какие-то. Че это? Вадов взял энхансмент шамана и качнул. Сейчас дадут. Разлад, разлад уже в команде. Смотри, смотри, инфу даю, короче. Давай, давай, инфу давай. Больше инфу давай. Сосёте чё-то. Их короче. А, сейчас. Ага, сейчас. Нервничаю, слышите? А мы на расслабончике под пивас, парни. Подхуяс. Подхуяс, это мы вас сейчас будем класть, блядь. Чё, готовы? Конечно, готовы, парни. Нет, нет, нет. Скажите, когда. Хорошо, хорошо. Это таркан роба, это ебуть. А, вот. Вождь. Вот это команда, вот это я понимаю, боевой дух. Да, парни? Да, да, да. Не то, что эти огрызки. Ребят, хорошо. Я сейчас сразу впитывать просто. Навались, как, навались на Кацапов. На Кацапов, навались, парни. Давайте, я первый, пошли, пошли, пошли. Давайте, за Майдан, за все. Знаете, короче, давайте, пацаны. О, начинается. Инвокера, инвокера, фулл ДПС. Любого демедж дилера. Шамана, шамана. О, Накс, замедление дал. Факер пошел, факер, по факеру. Шамана, шамана, шамана. Факеря. Шамана. Сажусь на кейк. Смотрите, меня продолжают бить. Ребят, одного, одного. На кейка сажусь. Хорошо, хорошо, хорошо. Ухожу, ухожу. Инвокера, инвокера, инвокера. Так, вот этого, хиллера, хиллера. Кейка стан. Инвокера фулл ДПС сзади. Не надо, не стоит хиллеров, два хила. Меня, меня полечить надо, меня полечить надо. Там лоу хипе уже у пацанов. Вылечил, вылечил соло. Фокусите, прыгай на соло, Дико. Соло вышло, без инвиза, на соло, все. Атака, пошла, пошла атака. Акса, акса, фулл ДПС. И соло, соло, пошли. Меня хил, меня хил, меня хил. Подкайте, никто. Меня хил, без хил. Еще, 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 еще. Подкайчиваю, подкайчиваю. Нету маны, блочу. Еще хил, еще хил надо. Нету. Еще хил. Направо.
Еще хил, что за хуйня? Еще хил, блядь. Команда, соло, еще забейте. Блочу, блочу, соло. Еще хил. Слышите, а кто у них второй хиллер? Такой вопрос. На шумана все садимся. Кто второй? Жорика, быстро, Жорика. Артес хилит. На кейка сажусь. У нас три хиллера, я вас огорчу. Помогите, блядь, сзади ебут. Сейчас мы их будем... Замедлил пластикера. Забей кейк, сзади, вот, один. Кейка, дай диски, алло. Блядь, ну вы чё? Даём. Дайте еще дайте. Дэмэдж даю с руки. Еще дайте. А, не хватает. Догоню выебу. Все, пиздаем, я его встречаю, все, пиздаем. Все, парни. Кейка. Еще ДПС. Хорошо. Все хорошо, последний. А, не еще. Леона, цепляйте, блядь, быстрее. Замедли его сейчас. Инвокера. Все, замедлил Леона. Леон, осторожно, отойди назад. Каэль, отойди, тебя спину режет. Я вижу. Хилю тебя. Слоу дам Леона сейчас. Я похилю всех, по хилю. Слышите, там Тринт, это хиллер, ёбаный рот. Да, дерево и пист, короче. Дам слоу сейчас. Фокусить бесполезно. Хилля, тут именно надо дэмэдж снижать одного из дэмэдж хиллеров. Хорошо. Отдайся. Куда иди нахуй? Я хуй сдамся, отвечаю, пусть бегал, да. Пизда тебе, Валера. Блочь его. Замедляю. Как дела, братишка у тебя? Блочь его. Парни, вы думаете, вы меня блочите? Это я вас блочу, идиоты. Глянь, Леха, блядь. А ты что, левой, братан? Обойди. Вечень, Вася. Спасибо за фраг. Спасибо за, блядь. Изи, блядь. Спасибо. Thank you. Спасибо! Наконец-то! Хлол у меня 3-0. Чё, как дела, парни? Нормально. Нормально. Захор дадит. Ой, хорошо, ребят, всё делаем. Качественно. Чувствую командный уровень. Это клинок, это что такое? Получше. Я могу Юл вкачать, но нам вряд ли нужен. Почему? Дизай, блядь, бомжей всяких нужно. Да не, пока не нужен. Блядь, Вада, ну чё ты собираешь? У тебя, блядь, мили шаман. Чё ты расслад в команде какой? Аркампайп, ребят, Аркампайп, это что такое? Аркампайп это за 1000. У меня, посмотри, у Леона есть такой. Всё, я вижу. Блядь, он... Я хуй знает. Вада ещё если хилы качает, это пиздец, этот шаман вообще въёб... Я один раз качал хил. А нахуй ты собираешься-то, блять, на мана реген? А нахуй, оба. Ну так у меня скиллы дамажат же. Magic Stone, где лежит. А, все нашел. Да, пацаны, дом. Давайте, парни, они там выебывается много, нам поебать, сейчас... Поебать, врежемся. Ну-ка, вот этого Мервин, че он подошел сюда? Все, дал инфу. Стоять. Замедляю Мервинга. Мервинга, разрабатываем. Да, Мервинг. Опа, минус хил. Давайте. О, Mortal Strike есть, заебись. Конечно, Mortal Strike есть. Есть у кого-нибудь? Акса, парни. Замедляю. Инвокер. И все, и Mortal Strike, ребят. Хорошо, парни, сосуд. Какие проблемы вообще? Жора, смотри какой. Да, ребята. Инвокер. Жора вообще такой хороший. Смотрите, хороший Жора. Да вообще, вы заебали, вы вообще не хилите, что ли, меня? Ребят, вы вот этого хидера еще. Захвати ебальники, все, блядь, нахуй, да, он. Я вас сам, ну, нахуй. Да что ты нахуй чавкаешь, блядь, такой ебал, твоя команда уже его. Хуй соси, че, блядь. Ты бегаешь за мной, нахуй ты меня бьешь. Да стань, блядь. Пакера замедляю. Давайте пакер. Ой, пососи, мой! Ты, блядь, ебанулый, когда... Ой, соси! Ой, пососи! Ребят, давайте факеры! Блядь, давайте не надо меня! А вот это вообще не обязательно убивать, просто с руки его, как бомжа. Давайте, да, вот с руки его окружили. А хуй, пососи, мой! Ой, Лёха, извини, тебя с коста случайно убил. Тварь, блядь. Хорошо. Вы не, блядь, нужно вместе ходить. А в нужном, не нужном, похер, они мертвые вообще, забей. А у тебя заапан вот этот спел? Да, я его апаю. Там как раз против этих ребят хорошо заходит. Риты какие-то покупаю, у тебя там двойные атаки, все такое же должно быть. У меня нет двойных атак. Пацаны, нет двойных собрались, атак, подались просто, чтобы дай не клинули, правильно? Дай мне контроль, я скажу, что у тебя есть. У меня есть маны реген за атаку. Затем увеличение скорости атаки и это. Качай скорость, собирай, блять, этот фузакару. Не хватает маны. Нормально, парни. Только давайте как-то хилить друг друга надо, ребят. Посерьезнее. Давай, сейчас что будет? У кого? У третьей маны. Башкади говорят. А, все, вижу.
Да, ну смотрите, они типа уже все заткнулись немного и такие типа. Короче, понятно, все, мертвецы те еще. Дал им. Короче, я в прошлой драке сел на Кейка, вы дрались 4-4 и как-то дали зафокусить. Давайте вместе как-то держимся, держимся вместе. Да, ребят, того, вместе держитесь, будет проще убивать. Вот, инвокер, смотрите, хуесос впереди стоит. Что это за хуйня? Убить его нахуй. Мне стан дали. Я умер. Нормально. В смысле умер, блядь? Хильте его. На Леоне сидит. Поднял приста, давайте. На меня подняли. Ты меня бьешь, блядь. На Леоне, на Леоне. Замедлил Мерлин, Кейка, Кейка, Кейка. Отойди, опять вклада, там вклады, пиздец, проблема. Бить, убить, убить. О, смотрите, минус сил ему, ребят, да. Нормально. Меня, меня полечить, меня полечить. Полечить, полечить, полечить. Смотрите, он лечит, лечит. Мервинга, Мервинга, Мервинг. Мервинг лечит, ребят, все у Мервинга нормально. Королевский, королевский, королевский пошел, быстро, 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 королевский. Маны, маны нету, пока эти вада. Маны мало. Все, 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 ребята, все, онлайн буст, онлайн буст. Бля, вы что скиллы оставляете? Оуныч, киллинг. Жорик, 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 сзади, сзади, ребят, сзади маг надезает очень много. А, ты смотри, маг сзади, смотри, веселый парень. Маг, ребят. Оп, оп. Сосал нахуй твою жизнь. Что ты там Леха кулекал, блядь? Нахуй ты свою пасть открывал? Нахуй тебе драконник вообще, блядь? Ты что, ебанулся, блядь? Ребят. Ребят, ну, блядь, хохол, домой, блядь, сука, сядь свой нахуй Хабаровск, блядь. Хохлов этих просто как. С 1.10 камбэкнули на 11.10, парни. А куда киллы эти, ну, тратить? А у тебя вон сверху появляется Arena Points, короче, и они вот, вот у этих магазин покупаются. Вон, видишь, шар такой крутится, или чё это? О, да-да-да. А что тут надо покупать? Крутое что-то? А, так, ты кто? В, я... На Spell Power там нож найди. Гладиатор Spell Blade, вот его надо. А, да, вот это, да, я понял. Да, надо, за 8. Слышите, это чё, сейчас у нас PvE, что ли, будет? Ну да, PvE, блядь, ну я говорил, пишите. Ну, чё-то ну ладно, да похуй, за PvE, что мы все разочек. Так, Arcane Rob. А чё они все молчат? Что, поливали? Я пытаюсь там, погнали, 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 ПВЕ, ребят, не время закупаться, кого быстренько шмотки выбиваем. Да, да, да. Давайте, да, давайте в каражан. Я пытаюсь найти. Давайте, ребят, фастом, фастом, кто танчик, кто самый толстый? Шаман, я, да, я. Андрей, Андрей, да, толстый сам. Ребят, у меня просто, я похудею не буду тратить ману, типа, я трачу на самый сильный спад. А тут после каждого босса рестарт, по-моему, ну, а это мана, боссы, да, или нет? Да-да, это боссы, тут только боссы. Тут, по-моему, руны регенерации будут после каждого. На хп просто, точно. Да, я хорошо, я тут раскастовку делаю. Я встану. Так, у Вады там ульт, по-моему, пиздатый должен быть вообще. Не, вообще нет. Не, не вспоминаю. Бля, по мане пиздец, не могу. ДПС, ДПС, ребят. Вождь. У тебя будет мана. Кого убить? Так, чё там? Инчант 75 хп, кому? Это я бы взял, да. Хаунд, инсейн. Короче, мне на скорость дали, по-моему. Погнали сюда, 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 налево. Слышь, Кейк, Кейк, посмотри, у меня в инвентаре последний слот. Сэмку надо убивать. Сейчас. Скажи, да, кому дать просто. Бля, по идее это мне надо, чтобы да, я убегал. Ну все, Кейк дал. Цемку, цемку добить. Теперь любого можно, в принципе, надо. Паладина, паладина был. Давай. Паладина, давайте. Андрей, маленько отойди, нету маны. Сосуд маны. Вада, подхилишь, Андрей? У меня тоже маны пока что нет. Сколько хилю? О, хилю, хилю. Все, все, теперь на Лину, теперь Лину, Лину, а потом этого Армслава. Так, сапог не продать, там вроде. У кого-нибудь нет сапога, могу сапог отдать. У меня есть. А пусть я маленько потанчу, у меня маны. Блин, на самом деле, короче, ой-ой-ой-ой. Она убегла, эта хуйня дает, да, тебе, которую дал? Да-да-да, я типа вообще не сделал качество. Сейчас я... Ее типа просто... можно продать за полторашку, но я наставлю, ну, я меня да, вообще кто догонит. Да похуй, ничего. Главное не вайпнуться, это очень вовремя. А это что, появилось еще? Руну регена, что там выпало? 250 хп. 250 хп. Надо тряпки какую-нибудь, наверное, Андрей так... Короче, смотрите, this grant all you need 12, по 12 статов дает каждая, это кому? Кому-нибудь 250 хп. Витя, отдай 250 хп. Пойдемте дальше, ребят, сразу. Этот, у меня итем. Активируй в инвентаре. Я активировал. Что цемку фастом? Кому отдать вот это? Фастом прям цемку? Ну давайте фастом. Дреду, может, потому типа потанковать надо там? Нет, нету моего пэна. Можно дреду, да, отдать.
Ну, ребята, это пиздец. Встали, хорошо. Дал хек сразу. Все, все, хуярим, у него мало хп, пойди. Ох, нихуя. А у тебя хил был? Как бы, да, вроде. Нет, в смысле, своего не было. Куда, сука, пошла? А есть что-то на каст, скорость каста? Нет. В том, по-моему, ну, короче, в Arena All Stars там вообще пизда, там все есть вообще, по-моему. Хотя, может, и спел. А че Леха молчит? Ёбаный в рот, вы хотите сказать, что у меня все это время сейчас был микрофон замучен? Здорово, Лёха. Да, с того момента, как у тебя я был, Лёха, я думал, ты сгорел просто. Вы что, шутите? Это, подождите, когда я говорил последний раз вообще? Короче, скайп, когда ты умер? А когда я умер? Ну, когда последний раз. На третьей арене где-то. Охуеть. Жора, ты смотришь вообще на итемы перед тем, как ты их берешь? Да. Почему у тебя лежит в бэкпаке агилити и дэмэдж? Ты, блядь, об этом не говоришь. Убиваем вот этого? Жоран. Давайте фиксю цемку. Не хочешь переложить его? Сейчас заметил. Сейчас будет стан. На баге убиваем, на баге убиваем. Жоран. Не тот. Ёбаный в рот. Еще одно. Чтоб пукал успеем. Багокачеры, хорошо, парни. Дай сюда. Что это? 45 дэмиджа, дай сюда. Да на, забирай, я не верю. Все вкладывай, ты не берешь. Давайте, убиваем. Так, мне по идее на хп или на ману надо что-нибудь. Ебать, пацаны, шо как дела у нас вообще? Так, ну прикинь, взяли. Багите. А у нас есть какие-то дэм? Дизейбл, что там дало? Сколько спел, баф, возрабил, да? О, это мне, давай вообще. Тотем, хвасти ко мне. Все, погнали, ребят, быстро, паука еще надо убить. Вон сверху. Смотрю, стой. Что-то мне хэдил. Полторы минуты. Давайте, ребят, только нет, они... Ты что-то на базу идешь, давайте захилим, или дезакупаться. Да не, не закупаться. У нас есть какой-то хекс вообще, чтобы убить эту дрянь? У меня есть. Так надо это. Меня похилить? Надо всех похилить. Ну что, давайте, алло, можем? Макс, этот камень... Сейчас, подожди, не нападай первый. Я бегу. Что, нормальный? А, он мне тоже же дает. Блин, за минуту тяжело будет. Есть что-то на ману, есть там? На спелл дэмэдж меня оставляйте, ладно? Давайте, алло, убить эту дрянь. А что? Что это, блядь? Вы подходите просто все вместе под стан. Мы еще одного убьем. Не-не, мы не успеем. Там следующий вылез сложный. Все стандал. Ой, бля. Тогда даже не рыпаемся, да? Да-да-да, сразу на базу бежим. То на следующий не убьем. Еще стан сейчас будет. И что вы там? Не спешите лутать, давайте посмотрим только там. Уркер с гидрол, это... Даю стан. 10 сил. Андрей, вот давай, погнали. Кого убить? Гайс, у меня энчант на 250 хп, это хиллер надо. Может, сейчас умрёшь. Встанем, мы все встанем. Да, давай. Кинь их нит, да? Побежали, как закупаться. Я сейчас прибегу, если мы все встали. Давай я хиллеру, братан, отдай эту книжку, или ты хаванул её? Уже отдал, у меня 1700 хп. Я бегу, терпите. Андрей вообще, короче, нужно не хилить уже. Придите с этой хуйней, ну же сгодите сейчас. Не-не-не, и стан дали. Хорош. Так, нормально. У кого фрагов много, не забудьте. Бля, я одного не хватает. Ману оставьте мне, пожалуйста. Я просто вообще без артефактов. Да лол. Я ману купить. Смотри, я уже купил тут артефакт. Сила, берите, регенерация. Силу возьму. А ботинки кто взял? 75 magical bonus damage. Держите. Он best. Это мне, пожалуйста. Сейчас скажу. Берите. А ты ишь, Грет, короче, ладно. А мы деремся уже, лол. Все, поехали, ребята. Дерево идет, смотри. Блядь, первая подставилась. Жорик, блядь, что ты там подходит? На тебе, блядь. Хорошо, Андрей, хорошо. Я достали. На бутике сижу. Я достали. Я поднялся, мне подняли. Я достали. Можно бить? Дал хек за бить, да? Хорошо! Я ему поднял. Смотрите, Жора, как сзади. Сижу. Давайте скиллы вместе, не бейте разных. Инвокера, дайте скиллы. Прокайте, Жора, встанем. Давай. Я бегу. Фиксю. Все, ты же. Инвокера, еще скиллы какие-то есть? Хорошо. Мана кончается. Инвокера, еще инвокера. Соло, подниму соло. Бегай. Кип проход, я заплачу. Ой, unstoppable. Хорошо. Жорика, блядь, пиздим нахуй. А ну почти. Кто-то не лечит. У нас 3 хила, а никто лечит. У вас 4 хила, все, блядь, расслабься. Я, иди сюда. Да хуй соси тебя. Ребят, кому-то нужны фраги, кому фраг нужен, кому не хватает. Фраг, блядь, ушел от вас пешком. Вам же не понятно. Блядь, у тебя есть фраг? Обнять, готовы обнять? Не, у меня достаточно фрагов, ребят. Мне 2 нужно фрага. У меня вообще, по-моему, нет фрага. Что такое, чардж проебал, да, Вален? У меня вообще 0 фрага. Огрызок, чардж проебал в кулдауне, да? Вася. Слышишь, вот это ты собрал Guardian Angel, мне стоит его собрать или нет? Нет, это... Это для хилдов. Сейчас сильно будут фокусить, то может быть. Он типа видел, что как вы, он на меня что вы можете? Что?
Да, у меня мана просто быстро очень кончается. Ты меня агришь. Вики, ну ладно. Витя, а что это мне твой ник пишет, только неправильно? Вхикетсик. Вхикет. Вхикет. Ты можешь, в принципе, его тоже собрать, он очень хорошо дефит. Прям. Вы можете говорить, парни, вы можете говорить, кого вы бьете, инфу, кого вы да, лечите. Инфу, ребят, я конечно, тебя, как вы без инфы меня играете? Я понимаю, блядь, я не слышу никого, нахуй, из своей команды вообще. Ребята, здесь есть Сенджин Яша? Да, есть, по-моему. А как, где ее взять? Она называется... Кто мне сбросил какую-то хуйню? Блядь, слышал. Spirit of Ashkander, короче, у третьего. У последней панды, в самом низу. Угу. Что-то наподобие, единственное, что-то более-менее похоже. Парни, короче, давайте, ну. Собрались, что за хуйня, блядь? Давайте. Слышь, вот это, короче, у самой последней панды, самая верхняя справа. Target color debuff, healing done by 3, это что такое? Grand Staff of the Guardian, это вот стоит такое собрать? Нет? А ты ищешь, который? Да, это топ итем, типа. Ну все, некро. Все, собрались, парни, давайте. Все, собрались, собрались, погнали, блядь. Все, давайте, фокусируемся. Ребята, зачем мне тут артефакт спиздил, вопрос такой. Убиваем огрызков. Кто? Кто-то его спиздил. Фокусируйте, фокусируйте, ребята. Я на этого, на дефолтного своего любимчика. Любимчика. Я на кейке сижу, я на кейке сижу, спасать их. Бля, Андрей, Андрей. На Акси Хекс. Я в юне, лечите друг друга. Мне хил нужен. Хорошо! Я не знаю, кто нас не хилит. Ну, они меня первым вырубают, и всё. Ну, потому что, блядь, надо... Можешь мацевать, блядь, вставать, блядь. Так, Витя, Витя, я слева, слева. На Витю, бля, Витя, вы нормально, вы на Витя, не хилю тогда пока. Вроде я на Леон стан дал. Так, ребят, маны мало, мы похилите, блядь. Сзади Таурена, разведите, знаете, скилит Таурена, алё. Соло, ребят. Таурена, да? Скелета надо убить, я не выйду отсюда. Ну на мне три героя, я не могу ничего ни в кого дать, 50, я умираю. Хорошо. Бля, соло стан. Да, ну какой фир, ребят, нужен один фраг, оставьте, пожалуйста. Да нет фида, блядь, Лёх, прыгай так, все, пиздец. А, все, факера просто убиваем. Я не могу понять. Тебе оставить или просто убиваем? Блядь, оставь, пожалуйста. Да, забирай, пожалуйста. Что ты, блядь, вот это хилишься, блядь? Короче, видите вот эту штуку? А, хотя ладно. Вада, ты видел, сейчас на мне горело такое? Типа, заебал, Кайль. Нет. Ну, а, да-да-да. А вот этого смотри, хочешь? Так, ну, кидают, хилить нельзя на демо. Кайл, а что ты на покупал? Почему ты итемов нет? Кому фраг нужен? Может, мне нужен фраг. Давайте. Сейчас убьет. Хорошо. Там же все написано. Все, хорошо, ребят, 5-0. Там же написано все, там же как в доте итемы почти. Спрашивайте, подскажут. Убить. Бля, это, короче, Вархорс помогает, пиздец, я ношу с корову, реально. Так, клинок, вот этот гладиатор, спеллбрейк, да? Это оно мне? Всё, да. Блин, опять ПВЕ ссаная. Да, опять ПВЕ, пошли, ребят. Быстро, не теряем. Пошли, тоже иду. Направо, ребят, направо. Чё говорите? Кристал Херт. Ульту, слышь? Кристал Херт. Кристал Херт это сонно в портале. Давайте босс сначала. А с этого, с зеленого или желтого, давайте поставим. Нам сюда можно. Да, сюда. О, он уже сидит, нормально. Куда вы все ушли, Лех? Просто по одному, ребят, надо огров по одному сначала убить. Дерево, блять, Мервин, вернитесь назад, зачем вы туда идете? Синего сейчас. Бля, Андрей вообще лечить надо, я очень рад. Да пофиг, всех убил. Все, синего. У нас вот здесь как раз, а вот сюда надо. Что, ребят? По одному фокусируем, хорошо. Что творим? Ну, бля, так готовы? Ну, да. Какого сначала? Центрального, на. О, мне пиздят. Ну, вот так сильнее, как центрального, давайте красного сначала. Да, красного норм. Зеленого, ребят, он лечит. Там зеленый лечит, блядь. Маны вообще ничего нету, ребят. Давайте синего, давайте. Зеленого надо хуярить, прям он. Ну это да, зеленый. Короче, на самом деле я что-то максю фаербол на фаербласт инстант кастуется, то есть я могу кайфить и тупо нон-стоп закидывать. А он так. А фаербласт так? Фиолетовый. Фаербласт, по-моему, с чем-то стакается, я не помню. Ладно. В той арене точно, там все стар. Там вообще как Вове прям написал. Так, чем я. Я гуд они ему. Энчантов атрибуты. Мне, наверное. 20 энчантов. Вот это на, держи, где ты? Держи. Я вот. Так, а металли...
Смотри, Тир, Шолдер, 20 атрибут. Кому давать? Да. Дай мне что ли. Гайс, ну чё, пойдем? Максимка, держи. Пойдёмте, пойдёмте. У меня вообще... Максимка вообще, кстати, не фокус. Хотя у него уже хп там. Там что-то с инрейдж, гравити, по-моему, это плохо. Я, короче, минус армор отжил. Не, Андрей, не сбивай, я тебе хилить был, у тебя... Так, что я взял? Плюс 4 ко всем атрибутам. Я заберусь. Хорошо. Или Лёх, тебе отдать. Нам от него надо будет отходить, по-моему, когда он что-то будет. Давай тебе отдать. Вон следующий. Нормально. Короче, вот так, смотри. Сейчас. Типа, не знаю, у меня мана очень быстро кончается, реген такой себе. Вард, стоит, Варду, отведите его. Как он вард? Все атрибуты. Не надо все атрибуты. Сделаю. Я так скажу. Пол, на него хекс не сработал. У тебя мах или кто, братан? Надо похилиться, ребят. У меня мах. Толчилось. У меня доты в основном. Я Макс, вожу Макс, и они... Макс, Андрей, маленько-маленько, ага. Ребят, весь маны... Бой, ой, хп, точнее, даже, блядь, я его уеле. Ребят, руну регена сразу и... Че там так? Полторы минуты. О, такое же выпало. Не, теперь 4 ноги. Быстрее бежим, смотрим на ноги, на бегу. Что там за ноги? Да обычно сапог. 10 атрибутов, 30 дэмэджа, Андрею, естественно. Да, о, ребят, давайте, 30 дэмэджа, я впитаю. Да. Спасибо, о, спасибо. Сет, а когда тут собираешься, это что-то действует или нет? Нет. Мы не успеем, но давайте его посмотрим хотя бы, нас все равно телепнет обратно. Может успеем сделать. Так, что там, о, можно вот этот тисел куру? Сейчас заберу. Оставьте, блядь. 10 ко всем атрибутам нас забираю. Так. Здесь, я просто хочу магазин найти. Я смотрю, вы бегаете, тебя не смущает само то, что у тебя итимы плюс 10 к интеллекту весь бэкпак забит. Может, ты соберешь из них что-то почитаешь? Ребят, вот этого босса надо зафокусить, короче, мелких. Мы вряд ли сможем. А мы все равно не убили его, слышишь? Там успеем, короче, да, так у меня звучит. Да чё, хватит, да. Маги, чуть ближе подойдите, короче. Чуть-чуть ближе, чтобы волной сейчас шаман всех хитил. Все нормально. Короче, ребят, какие-то там... Блять, у нас магазин скрыт весь, блять. Далеко слишком отошли, блять. Чё там, какой-то жесткий... Хотя он дамажит мал, но какой-то жесткий всё равно. Подождите, а вот где эти... Не, мы его не убьем, походу. По-моему, надо мелких хуярить. Я забыл. Да, но мы не успеем их, если мы их будем хуярить. 30 секунд. Знает. Убивайте мелких, ребят, реально. Ладно, давай. Андрей, хилю тебя, я... У меня очень мало маны. Одному я сразу забрал. Да не, вообще, по-моему, не вариант. Они типа появляются быстрее, чем мы убиваем. Ладно, просто пока не по нам. А вас там норм. Не успели его все равно, так что. Да ладно, чё, парни, сейчас разъебем этих нулевых в любом случае. Блин, сир икона. Где, блин, сир икона? Это, короче, икон. 8 секунд, Жора. У меня так. Где ёбаный мяч, блядь? Я не могу нихуя купить. Какому это, парни? То есть в портале три нижние артефакты все. Да, это... Ну, а, я, нет, блядь, это... Я буду все выкладывать, блядь, поднимать. Сейчас, Персеверент, да. Это, короче, а вот... Где ёбаный мяч? Потом скажете, ладно, все. Персеверент найдешь. Ну, давай. Андрюха ворвался, хорошо. Дерево, дерево. Так, дерево поднимаю, дерево поднимаю. Меня подняли, меня подняли. Так, Лёха на меня сел. Живи, блядь. Как я встану? Не, он не живёт. У Сикера дайте дэмэдж, алё. Посмотрите, что с ним. Да даю, даю. Ты посмотри, как хилится. А Жора-то впитывает стоит. Ему кайф. Давайте Мервинга. Хорошо. Там один не угадал. Акса, Акса. На любого, блядь. Ну, у кого мало хп, того бейте. Только давай, сейвся. Да, у Акса мало хп, ребят. Его хуя. Меня убили. Мне сало было. Подниму, подниму. Мервинга подниму, остальных бейте. Я в Юле. Надо пока. Я в Юле, не могу пока лечить. Не могу лечить. Блядь. Лечу. За стоп лохат. Лечу, лечу, лечу. Давай, 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 давай. Еще надо. Не убегай, не убегай. Идите на руки. Я намерен. Инвокер. Я встань. Акс, убейте, он сзади вас просто вылезает. Да, блядь, Жура, заебал. Все, уходи, отойди подальше куда-нибудь. Хил, есть? Дал. Еще. Маны мало. Подниму хиллера, маны только на это есть. Вот это хил, я дал ему хил. Инвокер. Меня полечить, алё. Полечить срочно. Маны кончаются, нету маны. Били. Кейка. Ага. Бля, меня сзади бьют, мне надо хил. Встал, Андрей. А? Хил есть? Я дэмэдж ношу, у нас есть полечить, алё? Нет, я умер. Да, мы двое умерли, как бы. Я умер хил. Видите, всё должно быть были хил. Чем Мервинг это делает? Скажите, что нет, я отбегу, ёбаный в рот. Ну, блядь, ну... Я сказал, что меня убили. Надо его поднять? Андрей, отойди, не могу похилить тебя, он на тебя... Да ладно, что он мне сделает?
боевых топоров. Я не знаю, что Мервинг молчит, почему он не разговаривает. Я говорил, что... Андрей, ну, пожалуйста. Что, на яйцах, понял, Андрей? На яйцах, на яйцах. Что ты говорил? Мы тебя спрашиваем, есть Хилл, есть Хилл, есть Хилл, молчание. Я сказал нет, потом я писал нет, потому что вы не слышали. Громче говори. Даю, Андрей. Угу. О, можешь там закупаться, когда сделал. Слышь, да, 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 скажи мне, где я написал в чат. Короче, вот, смотри, вот в этом магазине, в самом большом, справа по центру. А кто, бля, подобрал здесь этот? И что там за айтем? Вот там кольцо, блядь. Хорош, парни. Видишь? Здорово. Нет, бля, кто здесь айтем подобрал? Вы заебали. А, Lion Ring и Crystal Heart. Вот, ультра нинджа и там, смотри, я подбежал к нему. Бля, один от ёбаный камень. А, всё, вижу, да. Где Некросфант находится, не могу его найти. Её. Некросфант в портале демоническом. Где Алчимист Стоун находится? Короче, смотрите, ребят, смотрите, слышь, я кидаю на типа скилл, который не дает им похилить его, иначе там ему дохуя дэмэджа внесет. Сразу фокусим того чувака, на которого я дам этот скилл. Там 4 секунды они не могут его хилить, нам надо просто за 4 секунды будет убить его. Алхимик этот, блядь, Стоун. Он выглядит как Дум. А Сафирон Айс, да. Ребят, Сафирон Айс, видите? Чё, Сафирон Айс? Да, у меня, вот. У меня в этом. Короче, смотрите, все три нижние артефакты в этом же магазине. Это соулбустер, типа. Что мне купить? Соулбустер, я понял. У тебя чё, сколько денег-то? Ну, потом... Инфьюрити надо теперь купить, а сейчас скажу, как он называется. А, где же этот Инфьюри, блядь? Сейчас уже, всё, 5 секунд, потом. Где Химик Стоун? Девастейшн, короче, называется. Все, давайте, погнали. Сделаю. Ребят, дайте я попробую сейчас вот ворваться. Давай. На, вот. На Леон даю. Дал, 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 бьем, 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 бьем. Я встану. Чип, быстро встану. Лутикера, лутикера, дайте что-то. Леон умирает. Магнат. Хилю приста. То все нормально. Хилю приста. Хилю приста. Кайте, 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 кайте. Я встану, меня убили. Все, они убивают, Макс, ты кайте. Соло убиваем, он не может в инвиз выйти. Не знаю, да, соло... хиллеры куда-то ушли. Соло наверх, вон, вон. Встали. Ой, моя тычка долетела. Да никуда я не уходил. Пиздец, хиллеры вот тут вот стоят, блядь. Сейчас я полечу, тебя Макс, кончится эта хуйня на тебя? Все кончилось, на тебя, хил. Драйв, поработаем по нему. Давай, попробуем. Факера убью, короче. Сейчас сам пошел. Все, он там. Факера убрал, погнали, это он, нахуя. Хотя глянь, как хилится, пиздец. Не, ну дерево хорошо отхиливает, у него еще маны много, конечно. Если бы еще в своих... Он такой, это у нас с ним одинаковые чары, просто он дерево, а я тварь. Боевых топоров. Сзади кто-то. А, Шоля бьет сзади. О, Джордж, смотрите. Смотрите, Джордж. Кому Джорджа, парни? Ой. Так вот, у Жоры Хекса он не обузит его, ло-ло. Постоянно юзу лоу. Ребят, у кого хп нет? У кого? Андрей, Андрей, там сейчас! Там у него куда? Первый фраг. 40, блядь. Просто первый хэк. Ребята, а что делать, если статов нету, слышь? Повешенные шмотки продавай. Давайте я дам, короче, вот на статы, короче, кому-то. Вот подберите, я 12 статов всем дал. Забери. Сделаю. Блядь, мне, правда, не хватает денег, пиздец, теперь. Опять ПВЕ. Меня поднимают постоянно и встанет. Ботинок не надо. Пошлите ПВЕ. А, ПВЕ, ребят, бежим. До того босса срочно, вообще, сами знаете, где он находится. Вот сейчас у нас времени полно, надо сначала этих убивать, вы поняли? Нет. Да. Мы могли здесь сократить. Бля, я помню... Да, тут что-то я нажал туда, и тут... А тут Макс стоит. Там закрыт. Тут сюда, наверное. Давай, Андрей, Андрей. Тут есть. Андрюх, Андрюх, развернись. Я нахуй сюда. А, вот, да. Мы пошли, ребят, с Романом. Маленьких убиваем сразу же. Это будет больше, но мы точно... Я фонтан поставил, фонтан поставил. Наконец-то. Они его убивают или нет, ВРБ хотя бы, типа, ну, соло компания? Это что, хуйня? Что это было, блядь? Мага напали, что ли? Надо его стунить, короче. Короче, когда маг пишет, все сгорают около него, когда он что-то говорит. Да не только рядом, блядь. В библиотеку, что ли, прожать? Да-да-да. Мелкого. Ребят, я вас еще ни разу не похилил, кстати. Так, короче, держу стан на нем. Отойдите. Он кастует. А я дал мне отстан. Блять! Дроп потом это, парни, поделим, потому что потов нету уж, ебать. Ему даже стан, ну, типа, не сбивает. Я думал, ему хотя бы стан собьет. Давайте, короче, куда-то в другое место. Всё, так давай мы... Не-не-не, нормально, надо просто быстро убегать из библиотеки всем. Сыграем босса. Там из библиотеки? Надо соло подождать. Кастер, кастер. 400 маны, 10 интеллекта, 2 армора.
Бля, ну, я бы взял парня, ну не знаю. Или вон, а что, давайте дальше, гайс. Вот, да? 250 хп. Хп я возьму. Кастует что-то, кастует. Пожил сзади. Он базарит, отходите, отходите, отходите. Бля, я сам стою в стане почему-то. Я не могу даже пошевелиться, блядь. Сделаю. Ладно, у нас есть 10 минут, чтобы эту хуйню сделать. Мол, 10 минут на ПВЕ дается? Что за рак? Бля... Вот для нас как раз. А сейчас обью каст ему, ребят. Бля, вы говорите, когда сходить? У вас есть хекс? Подождите, у вас есть хекс? Не работает на него. Зря вы... Работает. Хекс работает, чувак. Колдует, колдует, колдует. Бля, парни. Я кастовал хилу, не мог убежать, не мог убежать его. Я кастовал ульту, я не мог тут же отойти. Нет, встанет. Да он еще раз, значит, будет топать. Все, топает или что? Нет. А, ну все, он умирает тогда. Да, сейчас неплохо, я дошел. От, я нормально спили. Так. О, дрейп Дарк Ривз. Убирайте. Кольцо, а... 35 силы. Давай. 35 силы, слышишь? Что за кольцо там? Куда мы идем? Давайте вот сюда, вот сюда. Ну что, упало? Не, ничего не упало. Больше нет, боже. 25 дэмэджа. Архимут, по-моему, будет. Давайте 25 я... дэмэджа? О, да. Дайте, дай сюда. Это агильщику, агильщику. А, агильщик. Дальше, дальше. Лепёх. Да, и бальбу у него хп. Всё, хуярю вам. Лёша бил. Так, а ты-то не убегать надо. Да, у инфернов не стоим, это я тоже помню. Я поставил фонтан. Нет, не поставил фонтан. Ты фонтан очень близко стоишь, не Витюш. Не около инфернов не стой, они жгут сильно. Они не бьют, они просто появляются, да? Они жгут. У них эмалейт сильный, эмалейт импрувит. Хорошо, парень, сейчас будет хекс после стана, даю. Сразу дал хекс, хекс. Хорошо, ДПС хороший. Так, так, отойти. Второй стан. Отвести. Соло, можешь ниже дать? Кирилл. Сейчас, да, сейчас еще. Так, отменил стан, просто дамажу. Дал стан, сейчас дам. Опять на баг, на багах его вывозим. Бага юзеры самые. Не, с ПВЕ, конечно, это рачело. Отходите, воу-воу-воу-воу. Бил, еба. Все, сейчас... Маны нету на хил. Да просто уже сдергаем. Я хилю, я хилю. Не могу свой факел поднять. Ебать, ебать, ебать. На характере. О, чё за шлем? Я всех, короче, захилю. Линчан, кто там? Чё за шлем? Ооо, дред, иди сюда. Ты вот это милейший. Делал 25 дэ... Ооо, нормально. Все, Андрей затарен. Тебе, Андрей, надо... А зачем ты копию, Андрей, купил? Грейдинг. Как грейдинг? Короче, это моя перчатка, забейте. А что выпало? Что выпало, ребят, дреду? Я взял себе другую перчатку, она нормально дает. Шли дальше, 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 дальше. Так, Феникс, а я не помню, ребят, как Феникс. Ага, он Леша ушел, Леша ушел. А вы уверены, там 500 дэмэджа? Отходим, отходим. А вот Алла тоже было 500 дэмэджа за прошлого. Всё, это лёгкий. Смотрите, он вас тоже сейчас считает, осторожно. Бей-бей-бей, я скажу, когда... Он это там, гори, плащ огненный. Ебать-ебать, я не успел. Надо инфернала убить, он очень много уже. А его нельзя бить, цель неуязвима. Три, Андрей, сейчас. Да, отойди просто. А это мой, да, у нас есть какой-то ОЕ? В этой версии... Отойдём, отойдём, отойдём. В этой версии нельзя грейдить эту хрень. Отойди, отойди, отойди. Да-да-да, я сейчас... Я пытаюсь, я сейчас купить. Я не знаю. Короче, у них скелетиков надо убивать, ребят, у них по 100 атаки. Андрей, на Андрея аркайте их, он их сожгёт. Держу кнопку на хиле, короче. Блядь, сожгите их кто-то, потому что я сейчас умру. Отойди, отойди, отойди. Я сжигаю. Отводите его просто сюда куда-нибудь. Там Андрей, блядь, там Андрей, 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 мана мало, Андрей, надо отойти, надо отойти. Ой, блядь, блядь. Жора, отойдите, отойдите с горячей хуйни. О, на жору сагрился, норм, блядь. Я потанчу. А, слушай, сука. Так как грейдить маны нельзя нету на самом деле. Заблочить, пробуйте, да? Заблочить. Чтобы не вышел. Давай, слышишь, начинаем, да, ребят. Да, да. Он нового поставил. Маны Ой, нету. Я себя лечу. Лечу, мне маны нет. Дайте мне скелетов танчить, они мне маны будут. Лечу жору. Ой, факеры. Полети, у нас кил. Факеры, жору. Убьём, сейчас убьём. Да, пизды, пизды, пизды. А, хорошо. Чё спидеры стоят, блядь? А, Андрюха не побежал, что ли, Андрей? На дэмэдж айзем будет. Берите, берите. Он мощный должен быть. Я скелетик. Так, атрибуты возьму. А, ладно, не возьму. Лёх! Мне бы тоже атрибуты взять, но... А, 50 дэмэджа. 500 дэмэджа, 500 хп, берите, там какой-то. Я заберу. Подожди, пожалуйста.
Все, уходим, блядь. Какие айтемы нужны? Ебать этот РП, ебал его рот уже, блядь. Шаман, шаман, иди, у тебя же есть. А куда дальше? Да-да-да-да. Почти наверх, там ворота разобьем. О, я тебя... Сейчас, я продам одну штуку. Продам, вернусь. Мало. Мы, в принципе, вдвоем справимся, если там будет все нормально. Бля, бесконечная мана. Смотри, сви. Я вам для Феникса, ебаный брод. Да я жму хилить, у меня там. Не-не-не, ты забрал. Откатикай, мою хуйню забрал. Да ладно, 500 хп. А он не респавнится, я надеюсь? Пошли, я и боюсь, Макс, выйдет. Это Феникс слишком жесткий, блядь. Так я подойду сейчас. Феникс, он может дать? Может, ты скелет? Прорываемся, блядь! Чё, короче, парни, я ставлю вашу этого Феникса, блядь. Поставил фонтан. Ой, блядь. Кайл, отдай хуйню, блядь, подобрал. Ничего, что это за хуйня? Андрей! Кайл, твой последний айтем, шестой, это мой. Я понял, он лежал на земле просто. Ребят, ребят, я зажал. Скелетов убивайте, когда он их спавнит. Что, ребят, по скелетам, по скелетам, пожалуйста. Понят, понят. Ой-ой-ой-ой-ой. Он их по КД спавнит, блять. Как? Какой-то брестплейт дали там, ребят. Сейчас, блядь. Маны мало. Мне есть... А, нет, маны. Дэмэдж хп, ребят, я знаю кому. А дай тогда на силу, может, мне Андрей пока на слот. О, бери. Силу и дэмэдж. А что там это? Я ему стан дал. Он сейчас станул нихуя. Все, ребят, а что, следующего-то пойдем, ребят, пробовать? А где следующего? Следующего давай не будем, ребят. Ребят, мы его не уебем, мы его не уебем. Нам на скелепнете вроде или нет? Нет, пицца мы не успеем. Давайте посмотрим, ладно. Я на ману на один хил. А это, по-моему, последним ПВЕ, кстати. Это лично. Давай, лично. Больше нет хила. Или да, что, будем трогать? Нет, вот. Ага, парни, о, что-то, короче, у него хп есть. Нормально, не прям, не прям. Так Алича может убить, нет? Он косты. Есть хилит. По трешечке. 10 секунд до хила. А хекс есть? Не, ребят, это я пошел отсюда. Бля, я выйти не могу. Да-да-да, мы его вот не успеем за 3 минуты убить. О, сейчас заем. Еще один лечь, блин. Даю. Да нет, там она есть. Выйдите из стана. Сори, парни. Ну ладно, пойдем домой. Да, ребят, я тоже пошел этим собирать, короче. Жор, не подставься только. Нету маны. 4 секунды уже нет. Нормально, мы право уешь, вообще заебись. Ищу соло. Кстати, книги можно на книге. Я, если что, приду. Ну, типа, рестнуть и приду. Ты уже а умираешь, я говорю, спеллбрейкер. Ну, я говорю, я рестнуть приду. Я умираю. Что? Как обрейдить спеллблейд? Потяните время, побегайте вокруг этого, чтобы он хп не так? Себе. Книгу купи, вон он. А, ну так все восстанавливает. А, 12, да, уже? А, тут не грейдится шмотки, это хуёвый арен. Хуёвый арен. Дерево. Только мой этот хил который. Давайте, чего там застряли? Бля, ебать там ухика, слышь, блядь, по это. Не, Андрей, что-то тоже неплохо. А бля, на скелетов, сука, охуел что ли совсем. Может скелетов сначала по фасту не очень. А он слышь побегай, кейк, мне чисто интересно, кем. Сейчас. О, меня зажало, лол. Можете спулить меня. Да, я понял, я тебя хуй догоню, когда, блядь. Можете спулить на 500 монет. Ты чё, зачем вы нас не дождались? Я говорю, меня зажало, блядь, в скелетах. Я видел. Нету маны. 80. Фонтан поставил. Да фонтан, это скелетов убить. Они кому-то надо очень жесткий плюс 10 к силе и ко всем атрибутам. Ну а у Ешки нет, понимаешь, чтобы скелетов убивать. Это шли, ребят, плюс 10 к силе и ко всем атрибутам. Давайте я продам, ребят, такой вариант. Нет. Братан, нет, вариант... Ну нахуя, Андрей? Так как, а тут можно покупать мне хватало... книжечки? Мне 400 халды не хватало, допустим, дать артефакта. Да чего не хватало? 400 халды. А мне нечего тебе дать. Ну вот видишь, да сколько можно этих скелетов спаунить. Ребят, ты что, простишь меня? Нормально все. Да я понимаю, да похуй уже, я тут не выживаю. 6 секунд мана. Соло, умираешь. Ну что делать там? Носить ДПС надо, мы не успеем убить. Минута 40. Да, забейте. Ребят, нормально, мы их на одного босса обижаем. World First. Сервер. Так у нас еще вот этот босс есть. Так, ребят, мне нужно через базу. Готов драться. Готов драться. Мне кажется, я тоже готов. Ну попробуем. Я что? Хотя бы посмотрим. Бля, а что это за артефакт? Откуда он выпал? Из Феникса? Какой? 40-70. О, она нормальная, она слабенькая, слабенькая. Поехали. 70 дэмэджа, что за... Да. Это он. Physical damage increase 70. Also, короче, 500. Надо сейчас... Макс, тебе надо на хп что-то. А возьми, а ту эту... Гайз. Дай, короче, Максу на 16 стринжить. Я все равно не нужна. Тебе очень мало дает. Вот эту штуку? На 16... Не, ну... Да, вот такую же. Вада, допустим, ладно. Блин, а у меня теперь, к сожалению, нету тогда этого. Чё мне дать? Слота. Тоже? Не-не-не, я ваду.
Просто Макс самый таурик. 50 секунд, 50 секунд фаза. Макс, отдай тогда мне одну штуку, пожалуйста. А мы порегенимся в любом случае. Короче, я Андрея вообще не лечу. Нет, ну нужно успеть убить босса. Бегаем, хуяримся. Да вряд ли успеем, Лёха. Печорик это приятно, конечно. Ты еще в начале этих. Я не знаю, у нас и Мервин КФК или что? Да нет, ну я не успею дойти, у меня МС нет от ульты. Я с самого начала не успел дойти, либо без маны. Мне кажется, смотрите, 16 сил и 25 дэм это лучше. А, эти успеваем, посмотрим, что за шмотки хотя бы. Нам надо было с босса сделать. 250 хп я заберу. Да не, забейте на этих боссов, на самом деле, такая срань. Это портит игру просто. Все эти боссы, там это говно. Я говорю, Вов Арену All Stars надо, там, короче, вообще все зависит. Да, там лучше относительно. Там прям как все полностью доделано, правда, там все сплы сразу даются, но это так. Кого убить? Ну нормально. Вождь, кого убить? Ну там реально что-нибудь есть. Да, у них сейчас шансов нет. Ребят, по строте, хорошо. Старта есть, можно поесть. Даю на инвокера второй скилл, хуяри меня, ребята. Я ушел в инвиз. Ой-ой-ой. У нас сильный хиллер, он я не мог тебя похилить, на тебя дебал. Да, вижу. Хилижору. Я в Юле. Юбл от сикера, бью. Макс, ну кайте, чё ж ты дымаешь, ты ж Максим, надо. Шаман никой бегает. Сейчас я ему поставлю эту хуйню. Поставил, блядь, он всё. Кейк. Помощь нужна. Успел полечить, нормально. Так, меня замедлили. Макс, кайте. Они хиль. Я смогу блять. Откачь, там Андрей дает, нормально. Ну, бить, блядь, чё. Замедляй его, замедляй. Ты меня развалил так? Я тоже замедляю Леона. Стандал, Леона. Все, он не может есть, блядь. Я встану. Макс, не надо никого бьем. Так, бью. Бладсикера хуярим. Акса. Да, Акс заебал, блядь. Кейка засловил. За боевых топоров. Эх. Ну все, он сейчас ливнет и заебись, пойдет игра. Ага, а он был, кажется, еще главой конференции, и он сдох. Motherfucking liver. Все есть, сука, не могу. Серьезно? Да. Да, все равно арена говно на самом деле. Я не знаю, что у меня с нетом, просто дропнуло. Андрей, хуярик. Сейчас разложим. Лучше друид. Ну, на самом деле, мы вас, походу, ябали. Да, не. У нас вылетело. Андрей, надо пока. Ну что я, блядь, если бы убили. Мы вас даже вчетвером выебали, блядь. Да, маны нет. Ой. Получается так, блядь. В смысле? Кажется, пора ливать тогда, ребят. ГГ, раз вы нас выебали, то. Да. Подведите к соло его. Что это требовалось доказать, блядь? О, у меня хотя бы ПТ больше всех круто. Humiliation, блядь. Humiliation просто. Да, финалочку кто-то начали мякал, блядь. Все то время, что мы ПВЕшили, что-то, блядь, как будто... Да, мы, оказывается, более успешные ПВЕшеры, чем вы, поэтому. Да? Челемякать. Вы Феникс убили, ПВЕшеры? Не, они там их скелеты отхуярили. Так он нам не нужен. Что-то пацаны, по-моему, вы хуй пососали у нас и смеетесь. Смешно вам? Ливну, погодите. Ты мазафакер ливер, звали. Мы не хуй с рта сначала, блядь, потом говори. Я хуесос, посмотри на счет игровой, блядь. Вы не хуй с рта, чмо. Ну так, блядь. Короче, я создал Вов Арену All Stars. Давай попробуем Вов Арену All Stars и предлагаю потом в зомби пойти пострелять. Она такая. Да, сейчас я... зомби постреляем, я заебался уже. Вот, все. All Stars. Короче, я пошел тут курить, мне похуй. Бля, 5 на 5 просто дисбалансно очень. Пойдем в зомби стрелять, слышите, гайс? Плесую, голову, сейчас уснем все, блин, пострелим. В натуре, арена. Говно, это арена, пойдем в зомби, пойдем. Настоящий скилл сейчас. Плюнуть, затянуть, блевануть. Отличный плев там от этого молодого человека. Пока 3 минуты рекламная пауза, дорогие дамы и господа. Короче, вы заебали, сейчас я создаю. Ты зомби собираешься создавать? Да. Ну давай. Жора, мистер Хост. Left 4 dead. Left 4 dead. Вон этот шачло будет, смотри. Есть, конечно, есть. Плотный, что ли, есть? Ну да. Бля, надо бизи, ребят, ставить. Бизи, это вообще лучше. Play with friends. Create life. Смотри. Чё, Кирилл, какая у нас стима? Факера берём, а ещё плюс. Создал. Может это? Кого? Рандом? Может, зашафлим, посмотрим. Вы про что? А, вы в Left 4 Dead пошлися?
Да, ты не пойдешь? Создал. Не, ну пойдем, просто нас 9 человек. Я создал. Все, пойду курить. А нас 9 вообще. И конем кого-нибудь. А самому даже больше, если не ошибаюсь. Жор А. И конем кого-нибудь. Шо. Пока укончу. Жорку. Ну, создаем пока жорку. Блин, ребят, я думаю, если придется уж кого-то кикать, то оставлять мы будем тех, кто с нами дольше играет, просто. В плане того, дольше играет, в плане. Ну, за время стримов, что ли. То есть, Вада, модератор. Модератор идет по дереву. Я здесь. Кайл. У меня. Вада, сорьки, но понимаешь, как это все происходит-то. Кайл, сори, но стрим тоже. Окей. Вы сейчас всех разгоните, нам народу не хватит потом. Да, да надо в DayZ, там народу 40 слотов. 40 слотов? Ну это перебор, конечно. Не, ну а закрытый хост будет, я сколько надо будет, столько наберу. Понял. Короче, я уже договорился обо всём. В голодных играх. На Жоре уже сидим, тут два слота. Так, погоди, кого не хватает? Файтер, еще есть этот. Я сел на Жору, все нормально. Еще Шачело сейчас зайдет. Так, а куда? Шачело норм, надо его пускать. Так, а кого? Так, он потную игру Гоу собирает. Ну, тогда нам еще один слот нужен, получается. В Доте, в Life of Dead. Ребят, нам это, еще один слот нужен? Нужен. Вот так вот. Шачело надо обязательно. Шачело надо, Мерф. Мерф. Голосовать? Мерф. Мерф-то вроде я. Да, Мерф. Я чувствую подвох. Не мог бы уступить тиммейта. Спасибо. Только тиммейту. Да. Я бы не стал ради никого другого, если бы это был бы обычный человек. А кого кто еще? Что-то гейм из пул все еще, говорит. Кто-то не вышел. Сейчас Жора Логан пойдет. Какой-то, блядь, тут сидит. Логан, выйди, пожалуйста. Витя, что будешь с этими? С соло дредом и... Да сейчас поделимся. Да мне все равно с кем. Вот, Витюш, та же хуйня. Все равно с кем, все равно ебашу. Логан, выйди, пожалуйста. Типа, хочешь драться, давай драться. Макс. Все, заходи, Макс. Я как бы не хотел просто... Я пытаюсь, у меня все время... Все, есть слот, вот сейчас пробуем. Макс, а ты чем занимался-то? Ну хочу отметить, что ни разу с кейком не играл. Я готов. Во, смотри, RX. Ну че, сшафлимся просто, я так понял. Ну да, гоу. Ну сейчас за шаф Жора придет. А, ну можем голос за начало нажать и все. Если хотите, без Жора стартану. Голос за начало тогда я ставлю. Да, загрузимся, постоим просто. Так, и вот она интрижка, кто ликан. Так, Гудок, я, Витя. Факер, Соло, Дред и... Максим, поехали, пятюни, блядь. Хуй сосите, огрызки. По никам буду называть, чтобы это... Короче, давайте стандартное правило, типа, кто за зомби, тот молчит. Ну там, да, это... Потому что так-то за этих... А зомби... Вопрос, когда зомби... Ну, зомби, вы говорите, типа, что вы меня забыли? А Жора вернулся или... Да. А, все отлично. Да, когда зомби, можно говорить, меня забыли, развернитесь. Как у нас команда? Да, все. Зомби еще могут говорить, ребят, меня забыли. Ребят, это Факер, и кто еще? И Жора. Ребят, кто топор возьмет? Я могу взять, мне нравится топор. Я пушку беру. Замыкающие, короче, с пушками, передние с топорами. Так, а мы кто? Мы люди? Можно одному два пистолета отдать, а двое с топорами. Ну два топора надо по-любому вначале, а сзади этот отстреливается. Короче, смотрите, короче, как... Я топор беру. Нет, ну ладно. Я взял два пистолета. Так, короче, кто-то лестницу чекайте до тех пор, пока мы не очистим всех зомби. Кто-то рядом там, оттуда прям стреляйте. Максон, ты с пистолетами? Я с пистолетами сзади чекаю. Курильщик в комнате, слева или справа. Пробивайтесь, я чекаю. Погодите, закрыл дверь. Курильщик был в этой двери. Кстати, под лестницу кинул, Я перед смотрю. Я набрал. Бумер плюнул на меня, стал в проход. Я буду стрелять. Всё, зомби. Да мне сзади, ребят, сзади. Громилу убить. Убил. Хантер где-то тут был. Я курильщик жрёт. Язык убрал, ты его убил. А нет, жрёт. Все, убил. Минус 7, пробегаем быстро. Ой, один живой, еще один живой. Хуй на него. Последнего. Идем. Я последний, давайте. Аккуратно на Хантер сзади. Сейчас первое же стекло запрыгиваем, ребят. Один сгорел.
Бля, тянь, ты наблевали. Все, убил. Обливали, тут стоим, не тут стоим. Его. Блядь, это я, сори. Я у окна это. Я на доме. Да, сейчас сержа будет, если что. Ребят, сейчас важно в окно, сразу в первое, во второе прыгаем окно. Подожди, там никого. Парни, это, слышь, там сзади приколюха еще. Давайте не будем. Ребят, в первое окно я прыгнул. Все, пошли. Тут рубимся, мне перезад. Цепанул сзади, все, я парни это. Есть, блядь! Улетел, все. Да. Ну там два, блядь, да, у нас, сука, хейтера. План подоконник сработал? Ну все, прорываемся, я первый. Ребят, кто был сзади? Чарльз сразу с языком. Хантер. Ребят, сзади еще с языком шмара. Не забывайте. Смокер, вижу. Да ну заебали. Все, трое мертвых, ребят, остался один живой. Все, сейчас лестница сейчас. Побегаем. Я сходил, короче, все. Подниму тебя, птичка есть. У тебя же, где ты? Я тут, я все еще в комнате, гайс. По-моему, он там все. Перевязывайся, все. Нет, я еще не все. А. Я горю в костре тут. Ребят, сейчас мне все подойдут. Нашел. Где он? Фу. Вставай, говорит, ты горишь, вставай. Все в порядке. Подбадривает. Вот он, черт. Пойдем. Как дела? Тут курильщик, смотрите. Надо убить. Или еще два, будет. Меня обосрали. Я тоже. Сзади бумер, ребят. Я перед смотрю, Я зад смотрю, отстреливаюсь. Максон, тебе надо чуть левее. Зайти, да. А, сверху. Чарджер. Иди лестница. Не, чарджер. А мне Хантер, прямо перед вами, толкнуть. Все, жив, Хантер. За ним иду. Максон, хватит своим стрелять. Не. Сори, гайс. Хантер. Двигаем. Да. Левайся тут. Так, понятно, короче, так стрелять. Да ну вы зачем прошли? Меня сейчас убьют сзади. На меня напрыгнул сзади. Там чарджер, короче, это, а ну вы там все дохли, типа. Чарджер и еще парень. Бегите дальше, все. Там все сзади лежат. А, понятно. Вы зря плевотину пошли. Ой, гайс, я нормально что-то блеванул в конце, да? Да, хорошо. Это игру на Твиче поменял. 181 это вообще, для них это максимальный результат. Все, собрались, гайс. Все, меня, спасибо. Дай бог, чтобы они 160, блядь, набрали. Ну чё, кто? Пацаны, собрались? Давай. Да. Лёх, ты знаешь карту, хорошо? Лестницы чекаем, там подоконник, всё аккуратненько, окей? Угу. Конечно. Я хорошо знаю. Я как раз вчера проходил в синглплеере, блядь. Давайте, пацаны, собрались. Я с пистолетами. Берите. Я топор. Чекаю лестницу. Так, открыл. Никто не плюнул вроде. Потихонечку. Я расстреливаю, отойди. Давай, стреляй. Слышу у бумера, он походу справа. Еще не все, расстреливаю. Слева скорее. Надо будет заходить все вместе и сразу закрыть дверь за собой. Да. И бежать вперед по коридору, не надо сворачивать направо, налево там. Чуть выйду дальше, расстреляю дальше. Там посейвите от хука его. Бумера сыграю. Есть. Ой, хорошо, все, закрыли, все есть? Не, сзади чарджер. Чарджер сзади. Вижу. Меня бьет. Отстреливайте, машну, я чарджер убью. Все, закрываем. Все, да, выходим. Хукает из комнаты хукает. Из комнаты хукает справа, убить. Убили. Есть, дальше чарджер. Убил его просто на ходу. Проходим, до окон. Проходим. Сразу во второе окно. Сразу, гайс. Сразу. Сразу налево. Все, ну, хорошо, все выжили, блядь. Давай, вот сзади этот Жаки. Ой, Жаки спрыгнул. Ко-ко-ко-ко-ко, дверь откройте. Ой-ой-ой, попал. Да, туда пробегаем, до двери сразу. Пробегаем. До двери пробегайте. Отлично. Тут дохуя зомби. Ребята, у меня есть одна хуйня. Сзади? Проходим. Меня взял Хантер на лестнице. Ой, хорошо. Меня смокер сзади назад тянет, ребята. Назад? Где сзади? На сколько назад? Убил. Вон, видно. Хорошо. Скоро, отойдите, граната, блядь. Идите. Вниз, чарджер сзади. Гайс. Чарджер въехал. Ой-ой-ой. Гайс, нам вниз. Ему-то больно будет. Чарджеру больно было. Гайс, нам вниз. Да, идем. Блять. Жаки сзади, блядь. Хорошо, не успел выкинуть. Вниз, давайте, вниз, проходим, вниз. Проходим. До лифта сейчас бежим. А, подождете, я перевяжусь. Подожди, только не лифте, тут. В лифте перевяжешься. Да, давай. Рублю нахуй. До лифта вниз пробегаем. Спину смотрю спину, пробегайте. Вперед, бью по ебалу, блядь. Пробегайте быстрее, негр. Тут
плевало. Плевало, пройти здесь не могу. Убил, 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 плевальщицу. В лифт, все в лифт. Я не могу, где он? Лифт зайти. А, я вижу, пропрыгивать, захожу. Я не могу, ребят, не могу, меня сзади зомби прессуют. Ну чё, оставляем так, перевязываемся. Хук, порвал хук. Поднимите или идете без меня? Бля, меня чарджер увез. Меня забейте, заходите в лифт, нажмите. Блядь, Жорж, пойдем. Зайдите в лифт, нажмите. Да, идите, бля, Жорж. Короче, все не готовы. А меня подняли, поднимите. Блядь, ну на меня теле тут заехал. Ой, хорошо. Давай, тут все, поднимайте, я тут рядом. Поднимаю. И меня впереди поднимите, алло. А где ты есть? Вот, я стреляю, вот, алло. А меня наблевали. Бля. Давайте, кто-то поднимайте один, кто-то убивайте зомби. Поднимаю. Я вообще ни хрена не вижу. Я убиваю зомби. Я тоже ни хрена не вижу, но так. Давай, поднимай. В лифт, ребят, нам в лифт. Быстро в лифт. Ребят, нам в лифт всем. В лифт, зайдите все быстрее. Быстрее. Все зашли? Да. Ох, бля! Ребята, они работают. Плевоте наверх уезжает, ребят. Аптечки, факер, лечись, ты чё не лечишь? Лечусь, блядь, всё хорошо, отлично. С вас выходим, пушки берем. Да, бля, кайфуй, пиздец. Ух, воняет как. Да тут сейчас пиздец будет, очень плохо будет видно все. Надо выйти сразу пушки взять. Тут сейчас будет бумер. Да. Сейчас бумер будет стоять. Ой, отойди, Сол. Лех. Алло. Все, у него кулдаун. Да. Все, начинаем. О, погнали. Чарджер, да тут? Пробежал. Не, Хантер пробежал. Поярим, блядь, поебал. Горят, блядь, заебись. Танк? Это Хантер жрет. Хантер жрет из огня. Лех, надо съебывать. Бля, ну это все. Да, там Габелла. Не, ну мы молодцы, посмотрите, у нас 331 очко, блядь. Очко. Очередняк. Давайте похлопаем, парни, себе. Мы хорошо выступили. Рык в сочло взял меня. По командному тебя взял. Да. Я плюнул, потому что у меня танки менялись, ты че. А там еще и танк был, понятно. Да. Я поэтому и плюнул, не успел, не дождался, потому что мне танка отдавали. Не дождался лифта. Не, ну танка очень сложно было. Не, ну, да, ну в такой катке там вообще пиздец. Так мы опять эти. Так, а где есть пушки? Ага, вижу пушки. Чё, Гайс, кто шотган берет? Я взял. Я на боевичок взял. Я тоже взял. Два шотгана и пулеметики, поехали. Отстреливайте, Гайс. Во, ну куда, блядь? Отойди. В смысле отойди, блядь? Нормально. Ты с шотганом стоишь. Блядь, отойди, говорит. Давай по жопе ему. Пойдем. Все, поехали. Чекаю сзади. Блядь, вот заебали стрелять. Сзади Жокей. Жокей. На мне Хантер висит сзади. На меня увез. Хантер висит, блядь, прям, ну пиздец, и наблевали еще, ну вы чё? Вы не видите вообще? Мы видим. Ой, хорошо. Отхил меня. Да, чё, отхиливайтесь, видите, просто ребят? Забейте. Я упал. Понимаете, что нам нужно пройти, нам нужно. Я лежу, пиздец. Ну, что это такое? Го поднимать. Где он? Поднимайся. Го проходить, пока не мертвый. Жор, будешь лечиться? Да. Ну, без шансов, здесь 30 хп, ебать, что сделать. Лечись. А, вижу. Сюда иди, блядь. Ну, все, это пошли, мертвец проходим, вообще. Проходим. О, слышу чарджера слышу. Меня увозят меня. Убить. До свидания, блядь. Еще впереди этот, как его, Жакей, на меня напрыгнул. Я столкнул. Хорошо. Райт-кликом еще подбегайте, сталкиваете. О, до двери пойдем. Че мы тут застряли? Пойдем, дверь. Ого, блять, ебаные зомбаки. Все проходят? Все есть. Умер нам. А, на меня плевал, на их херс. Отдаем. На крыше гулильничек. Титан, спасибо. Меня хантер жрет, ребят. Меня сожрали, пиздец. Скинул. Скинул это такое. Я лежу, аптечка есть. У меня тоже есть аптечка, я тоже лежу. Меня курит откуда-то. Меня вон. Курит с крыши его, ребята, с крыши курят. Ну, пойдем, убейте вон за машиной. Я пытаюсь, я не могу достать. За машиной. На крыше он стоит за, блядь, холодильником. Алло, ты чё, негр, вообще, блядь. Правой кнопкой сбей. Ёбаный рот, поднимите меня, пожалуйста. Поднимайте, я хилюсь. Сзади чарджер, блядь.
А там дверь открытая, что ли, была? У меня Жаги успел напрыгнуть, гайс. Да, и меня Хантер живет. Они все, ребят. Нормально, ребят, нормально. Что-то, ребят, вы должны на дверьки. Когда на правую кнопку можно язык убивать сразу. То есть по своему правой кнопкой и убивать. Да-да-да. Короче, я так понял, на самом деле, шотган нахер его. Он бесполезный какой-то, пиздец. Особенно этот однозарядный. А дверь же закрыта обычно, почему она открыта? Её могут её открыть зомби. Лёха, да что ты пиздец? Ну, блядь, она была побита, какая разница, её могут открыть зомби. Уйдите по шотгану, дай я постреляю с этой сужечкой. Давай-давай, хорошо. Ну, ребят, давайте, сколько нам там очков надо? 250. 252 очка, хорошо. Минимум. Челлендж. Ты же понимаешь, что сейчас, ребят, да-да-да, готово. Сейчас, возьму, а патрончики возьми, взяли? Реально. Все, погнали, идем. Я впереди двигаю. Очищаем зомби, быстро всех убиваем, мелких. Сзади тяжер, промахнулся, забили. Хантер прыгает. Хантер упал, спереди. Хантер на мне. На мне Жаки. Столкнул. Жаки, Жаки за мной, везет в дверь везет. Ребят, все мертвые у них, вот плевачится, дойди от меня, блядь. Все, плевачится, убили. Все, ребят, все мертвые. Быстро до двери. Побежали. Бежим до двери. Витя, больной, медленно бежит. Ребята, привязывайте. Парни, ебаный в рот, опять въебался в какую-то хуйню, блядь. Я ебал этого часа. Побежали в дверь, все, вниз. Связывает нас, подожди. Все, иду. Все, побежали. Сейчас будут меня цеплять, я вам говорю. Меня тянут языком. А? Все, побежали. Блять, я и в рот ебал. На нахуй, просто в дверь забегаем, закрываем. Стойте. Так, вы их не забываем. Аккуратно, по одному заходи. Сзади стоит. Меня одного, нормально. Все, я бегу. Дверь забегаем. Хантер, ребят, иди, в двери Хантер там. Поднимите, помогите. Отойдите. Все, мы вроде все зашли. Дверь закройте. Я снизу чекаю, парни, если кому надо. А, поднимали. Плюмотина, отойдите. Скиньте его, пожалуйста. Все. А? Дверь. Кому надо привязаться? Я топор беру, короче. Ребят, парни, у меня 40 хп, типа, я уже перевел, типа, это, вы поняли. Да, я с топором пошел первый, дайте я первый подойти. Иди. Все, я иду, но не... Куда я иду-то? Воу. А вот сюда идти, вот сюда. Угу. Все, пробегаем. Знаете, там будет сейчас приколюхи. Чарджер. Увез машину. Мне надо похититься сразу встану. Давай, мы держим. Тянет сзади в комнате в этой, ребят, тянет. Сейчас поможем. В комнате быстрей. Ты можешь. Правой кнопкой, хорошо. Обосрали меня. Хантер, на том же месте Хантер толкнул. Я скину. Бумер, блядь. А. Я же его толкнул, как он лопнул, блядь. Я топором его ударил. Я отбиваюсь. Стою в углу. Я тут не потом. У нас поднялся там черный негр, где ты? Да, поднялся, похитился и убил зомби. Погнали вниз, вот туда, вот туда. Сейчас вниз, там все поумирали. Давайте пройдем быстро. Направо, сразу же. Все, по кустам, направо. Сзади. У меня сзади такие. Чего? Жаки, кто схватил? Я хп мало, я ж не бегу. Где кейк, бля? Кейк, что ты там? Там за курильщик. Курильщик сзади. Там курильщик и еще один уебок. Мы возвращаемся назад? Мы убежали. Я у машины лежу. Я поднимаю. Я запатил. Отстреливайте меня. Меня жрет. Нет, тут все, чёрт. Тут смерть, ребят, туда уходить. Не умерли, убейте. Камилу. Все, убили Камилу. Они все мертвые, резайте нас. Ну почти все хотя бы. Я надо первым. Видите, у меня патронов нету, я бью зомби, резай. На мне Хантер! Затягивает меня, сука! У меня, сука, отпусти ты выпрыдок, сука, на тебе в пиздак! Да, у меня 50 хп, 52. Что, поднимите? Ща, идем. Меня первого, я даль. Хантер, блядь. Я слышу Хантера, гайс. Блядь, Хантер на мне. Макс, меня дальнего быстрее. Я скинул его. Поднимай, блядь, язык. Сейчас не важно. Ну я упаду сейчас. Поднимай его. Меня поднимите кто-то из вас. Один, ну ебаный в рот, двое побежали. Поднимай меня. Я толкаю толстого зомби. Ребят, я тут умер. Ребят, я тут умер. Я тут блевотине двойной, блядь.
Я круличек в доме тянет. Я умер, короче, забейте, но ни хилок, ничего нету. Идите вперед. Я говорил, тут нельзя было останавливаться. Поворачивались. Да, я полз, у меня 30 хп было, я полз, меня это не дали. Забей, тут, блядь, даун. Не возвращайтесь, я умер. Не возвращайтесь на жопу. Кейк, что, побежим, нет? Бегите, бегите. Сука, иди хоть. Кейк, все. Макс, если можешь, там иди как-то, забей там. Не-не-не, все. А, трое сзади, трое сзади за тобой бежал. Тупо трое сзади побежал с тобой, Макс. Давай, немедленно. Адреналинчик у тебя есть вроде? А, нет, не адреналин. Это какашку кинь, кстати, в зомби ее кинь, они убьют. Это давно, кстати, летел. ПТС на Максу набивает. Нормально. Иди вниз, прыгай, вниз. Макс, ты что, сдох, что ли? Я, да, меня этот утащили назад. Сзади идет чарш на тебя. Сейчас побежит, прыгай через это. Нет, тут все. Ну нормально. Да, ага. Блять, профессионал нахуй, на 100 больше. Блять, Дред, вы звери только вышли и сдохли, все. Надо юзать чат. Чат, посмотри, ебать. Юзай чат, все, юзай чат, Дред, плиз. Team is winning. Поехали, парни. Сейчас будем за зомби попроще будет. Нет, мы за зомби начинаем. За людей опять. Бля, ну мне не нравится, когда меня свои же зомби пиздят, блять. Это я в тебя попал, что ли? Да. А чем это не, попал? Не, блевотную по танку надо бросать, и его будут зомби хуярить, это норм, да, тема, это я думаю. Всё, хуйня против танка вообще. Так, я взял калаш. Я тоже с калашом буду. Я в УП в нашей команде. А, гайз, кто-то гайз, дробаш взял? Давайте в голову не будем друг друга стрелять на выходе. А, Джона взял дробаш, вижу. Это я тебе ебанул голову, или нет? Нет. Дайте постреляю с калаша, ребят. Постреляй, пожалуйста. Ну вы там стоите что-то. Не знаю, не хотят, видишь, тебе отдавать всю славу. Посмотрите на эти руки, посмотрите, блядь, из двери торчат, нахуй. Вы сейчас помните, да, что там надо на эскалатор потом вниз? Да. Ну, что, гайз, погнали? Держи ручки. Давай, похуй. Погнали, шотган справа. Первый. Я справа. Закрываю. Ты куда бомбу бросил? Кто такой ебанутый, блядь? Это я, почему ебанутый? А зачем? На двух зомбей?